Да, еще раз здравствуйте. Как уже сказали, я окончил кафедру системы информационных безопасности. Это в 2010 или 2011 году, то есть 7 лет назад. Ага. 7 лет назад закончил политехнический университет. И на самом деле в Дотарте очень мало коллег, которые окончили именно политехнический институт, поэтому ну, в ваших силах, так сказать, изменить эту ситуацию и встать на правильный путь уже сейчас. Вот. А правильный путь у нас какой? Изучение английского обязательно. Поэтому сегодня, к сожалению, не знаю, или к счастью, вся лекция будет на английском. Я буду говорить по-русски, естественно, но все слайды на английском языке, потому что большинство терминов, к сожалению, они либо непереводимые, либо труднопереводимые. Ну и смысла в этом нет. Как бы всегда учить надо начинать с того, как вы потом будете в дальнейшем работать. Еще некоторое время назад эта лекция могла бы вот так называться. Если кто-то не читал программку, там, как она называется, на самом деле я позже расскажу. Но здесь я попрошу вас обратить внимание вот на эту вещь, то есть iOS. Это название системы, я потом про нее позже расскажу. Значит, сразу, так сказать, дисклеймер. Я не собираюсь вас грузить программированием, потому что я не знаю, какой у вас сейчас уровень. Есть люди с первого курса, есть люди с пятого курса. У всех абсолютно разное понимание вхождения в специальность. Поэтому я сконцентрируюсь в основном на вещах, которые будут полезны всем для общего развития. И на вещах, которые, ну, скажем так, философские, помогут вам в дальнейшем понять, что есть эта профессия. Не конкретно даже разработка, да, вот на iOS, а вообще в целом вот этот вот путь инженера. Особенно путь инженера в IT. Итак, лекция на самом деле называется вот так. То есть вместо iOS у нас появляется platforms слово. То есть буквально два года назад Apple представила две мобильных системы новых, которые называются watchOS и tvOS. То есть одна для часов, для всех носимых устройств, другая для телевизоров. Ну или там для каких-то огромных больших проекторов. Суть в том, что на самом деле все эти системы очень сильно похожи. И я позже расскажу почему. Потому что прежде всего у них одинаковое ядро. Если кто-то знает, что такое ядро, поднимите руку. Ядро — это то, из чего, собственно, состоит базовая часть самой операционной системы. То есть насчет чего настраиваются все остальные подсистемы. Например, у вас есть подсистема, которая работает с networking, ну то есть с интернетом, да, или с UI, или с средствами ввода, средствами вывода, то есть клавиатура, монитор. Все эти системы надстраиваются над чем-то, над каким-то таким базовым ядром, которое по-английски называется core. То есть, ну, кто знает, там single core процессор, там multi-core, это все из этой же оперы. То есть некая такая базовая часть, которая у них общая. Может быть, все слышали про такой термин ядро Linux, ядро там Nix и так далее. Вот это все из той же оперы. Все эти системы надстроены над ядром Nix. Не будем сейчас вдаваться в детали, вы можете погуглить, кто-то может быть знает, что это такое. То есть для вас сейчас, для вашего уровня, это абсолютно бесполезная информация. Ну и вот хотелось бы заострить внимание на слове инженер. Если вы собираетесь заниматься в дальнейшем программированием, помните, что даже если вы начнете с написания простейших программ, рано или поздно вы придете к тому же самому, к чему вы учитесь в университете, то есть быть инженером. Знать не только то, как что-то делается, но и то, почему так делается. То есть тут как бы рекомендации такие. Если вы считаете, что вы что-то не знаете и встречаете незнакомый термин, вы как инженер должны понимать, что он означает. То есть опыт неотделим от знаний и, соответственно, умение применять на практике в дальнейшем приводит к появлению некого опыта. Итак, как они у нас называются? У нас есть четыре, на данный момент, четыре операционных системы. Слово OS в конце – это Operation System, то есть операционная система. Первое – это Macintosh Operation System, сокращенно Mac. Это то, что ставится и то, что стоит на всех устройствах. Вот вы видите MacBook, например, какой-то Mac Mini, iMac, какие-то ну, десктопные устройства. iOS – это то, что мы носим в карманах, это iPhone, это iPod Touch и так далее, iPad. WatchOS – это носимые устройства на руке. Там, ну, на данный момент есть Apple Watch, да, но дальше это могут быть какие-то смарт-часы, могут быть какие-то смарт-браслеты. Это как бы не важно.
Если кто-то видел фотографии современных MacBook'ов, да, у которых вверху есть такой вот тачбар, так называемый, ну, там какие-то функциональные клавиши, появляются на неком дисплее. Так вот, этот дисплей работает тоже под управлением системы watchOS. То есть у вас на MacBook'е одновременно стоит две системы. Одна управляет самой операционной системой, самим компьютером, да, куда вы загружаете программы ваши, а другая только вот этим вот непосредственно устройством ввода, которое, ну, распознает ваше нажатие. И TVOS. TVOS это, ну, из слова TV понятно, это телевизион. То есть раньше был Apple TV, такая маленькая приставочка, может быть, кто-то ее видел, может быть, кто-то нет. Но, тем не менее, она есть. У нас в России она не очень котируется, потому что там все платное, у нас в России не очень любят платить. Поэтому она популярность не снискала. Но, тем не менее, в Америке это очень известная, популярная такая, ну, штучка, как бы она стоит, по-моему, $100. Грубо говоря, вы ее покупаете, и вам не нужен ни телевизор там какой-нибудь. Ну, просто у нас телевизор что? Это у нас включили телевизор, подсоединили антенну, и мы ловим, да? Но в Америке это все не так. Там есть провайдеры, да? То есть, как у нас, например, на телефонах есть Мегафон, МТС, Теле2 и так далее. Или нетворкинг-провайдеры, которые там Freedom, какой там Ростелеком. Вот у них телевизор можно смотреть только если ты заплатил кому-то деньги непосредственно. И эта штука, ну, она упрощает. То есть ты купил приставку, просто платишь какому-то там провайдеру деньги, и у тебя все это есть сразу. Все там сериалы, Game of Thrones, вот эти все дела, то есть без всяких подписок. Значит, что вы должны знать из всего этого? Что все эти вещи очень тесно связаны друг с другом. Если вы когда-либо писали программы, то, например, сортировка какая-нибудь массива, на всех этих четырех системах пишется абсолютно одинаково. Работа с файлами абсолютно одинакова. Где появляются отличия? Появляются отличия на уровне интерфейса, то есть когда вы делаете непосредственно UI для вашего приложения, или на каких-то подсистемах, которые свойственны только для данного устройства. Ну, например, на Mac'е нету, там, не знаю, гироскопа, но на данный момент нету. А на iOS есть гироскоп. Значит, весь код, который относится к гироскопу, он где-то есть либо тут, либо здесь, а вот здесь его нет. Зачем на телевизоре гироскоп? Ну, если кто-то не знает, что такое гироскоп, это, ну, знаете, такая 3D как бы модель, которая позволяет вам понять положение точки по оси Y. То есть не только по оси, по оси Z, то есть не только по оси X и Y. То есть, допустим, вот рука. Вот так вот мы ее наклоняем, у нас телефон понимает, что мы в landscape режиме, что мы лежим на столе. Но вот когда мы начинаем крутить, большинство старых телефонов не понимали, что происходит. То есть если я начинаю вращаться вокруг земной оси, вот как бы как компас, гироскоп понимает, что я вращаюсь. Если я делаю вот такие движения, он тоже понимает, что я вращаюсь. Вот этот сенсор стоит тут, и значит код для него написанный, он включен прямо в саму операционную систему. Вот. Итак, первый вопрос для вас. Кто-нибудь вообще когда-нибудь встречался с устройствами от фирмы Apple? Хотя бы трогал их, видел вживую? Поднимите руку, пожалуйста. Так, это уже хорошо. Теперь, кто когда-либо в жизни вообще сидел, не знаю, видел, как выглядит интерфейс Macintosh? Тоже неплохо. У кого есть хотя бы у родственников айфоны там и все вот это вот, айпэды? Так, ну половина приблизительно. Вот. Но это мы не будем спрашивать. Ну хотя интересно, TVOS у кого-нибудь есть? Apple TV. А, просто интересный случай. Вот у нас коллега один сейчас работает в Нью-Йорке. Он купил TVOS, а потом пришел к нам, к разработчикам, говорит, а что мне с ним делать теперь? Вот это все из этой же оперы. Ну, нечего ему было делать. Поставить красивую коробочку около телевизора и наслаждаться. Итак, начнем с философии. Значит, вот этот молоток, да, это на самом деле иконка для IDE. Кто знает, что такое IDE? Печально. Ну, IDE – это, значит, та система, на которой вы разрабатываете. То есть это, допустим, приложение, с помощью которого вы пишете код и запускаете его там на симуляторе либо на девайсе. То есть это интерактивная система разработки. Development Environment. А что такое девелопер? Вот… Если залезть в словарь и перевести, что такое девелопер, это строитель. Поэтому здесь молоток. Но он не поэтому, но тем не менее, если вы посмотрите на эту картинку, здесь вообще нет ничего связанного с разработкой. То есть с тем, что вот когда вы смотрите кино, показывают, как люди сидят, упорно набирают, у них дымится клавиатура, там какие-то буковки на мониторе идут. Здесь в этой иконке нет ничего связанного с этим. Почему? Потому что исторически так сложилось, что еще в 60-е, 70-е годы, когда заложились какие-то основы информационных технологий,
они все базировались на тех же самых вещах, что у нас сейчас, ну, например, в строительном университете. То есть стройка и производство приложений – это нечто очень подобное. Поэтому названия всех людей в этой профессии, всех, скажем так, ролей, они одинаковые. Ну, вот так сложилось. Например, архитектор. Архитектор есть тот, кто архитектуру делает какого-то здания, есть архитектор, который делает, там, не знаю, памятник или ландшафтный дизайн обустройства какой-то территории. И есть архитектор, который делает архитектуру приложения. Концептуально эти вещи очень разные, но идеи и смысл всего этого, он схож. То есть то, что требуется от архитектора, это не просто нарисовать какую-то картинку, да, вот как это будет выглядеть, это скорее дизайн. От архитектора требуется продумать, как это будет работать, где будут каналы подвода, где будут проложены коммуникации, как люди будут попадать на третий этаж, как люди будут, в какое время суток будет попадать в окно солнца. То же самое и в разработке. Так вот, девелопер, так называемый строитель, это не кодер, это не программист, как у нас любят говорить. То есть программисты. Кем работаешь программистом? Это не совсем верно, потому что что такое кодер, что такое программист? Это человек, который пишет код. Вот садится и пишет код. Вот у людей возникает ощущение, что если ты работаешь программистом, то ты приходишь на работу по времени, садишься и пишешь код. Вот, допустим, есть какие-нибудь писатели, да, они садятся, пишут книгу. Есть редакторы, они садятся, пишут там статьи, редактируют их. И у людей возникает ощущение, что программист тоже приходит и что-то пишет. Но зачастую за весь день рабочий программист может не написать ни одной строчки кода. Или написать одну строчку кода, или удалить одну строчку кода. Ну, может и 10 удалить. Но смысл в том, что вот этот процесс, это процесс умственного труда, процесс создания чего-то нового, генерации идей, который включает в себя в том числе написание кода. Вот вы должны это понимать. Поэтому если вы хотите стать именно разработчиком, по-русски будем говорить, да, девелопер – это не только строитель, но и разработчик. Разработчик – это набор знаний, это понимание того, что вы делаете, это работа над ошибками, это постоянное самосовершенствование, постоянная работа над собой и над своей командой. То есть нельзя быть просто каким-то человеком-одиночкой и работать в команде. Вещи, которые не касаются написания кода, у нас принято называть soft skills. Но soft – это по-английски мягкий, но тут нельзя перевести дословно. Soft skills – это такие вещи, которые не относятся к вашему техническому профилю. Это вот самое простое объяснение. Это умение говорить с людьми, умение формулировать свои мысли, умение доказывать свою точку зрения, умение понимать, что от вас требуется с полуслова. Все это soft skills. И тут немножко еще раз дисклеймер, то есть что хотелось бы от себя донести. Если вы зайдете в любую статью в интернете или на YouTube, то если вы откроете секцию комментарии, вам будет казаться, что вы живете в каком-то сумасшедшем мире, где этот мир составляют школьники, ну какие-то там, да, или люди без образования, которые пишут с ошибками, без каких-то там знаков препинания. Пишут они обычно либо об этом в негативном ключе. То есть в позитивном редко, конечно, пишут, но чаще в негативном. Что я хочу сказать вам, как будущим, не знаю, специалистам, неважно в какой технологии, в какой сфере. Если вы пользователей, ну, юзер, да, по-английски, то каждый хвалит свою корову, как говорится. То есть кто-то купил такой там ноутбук, кто-то купил такую-то машину, кому-то нравится черный цвет, ну люди все разные, поэтому у нас под всех есть разный там набор, не знаю, услуг. То есть кто-то ходит в барбершоп, кто-то ходит в парикмахерскую. Не будем дальше перечислять отклонения. Вот. А когда вы становитесь разработчиком, здесь надо понимать, что это не ваше дело, то, как люди относятся к тому или иному устройству. Ваше дело – это делать их жизнь лучше. Поэтому, если вы начинаете клеймить этих людей или этих людей, чью жизнь вы лучше делаете, вы себе негатив приносите, им негатив приносите. Вот. Внутри одной команды разработчики обычно работают как под Android, как под iOS там, или Apple какие-то платформы, так и под веб, там, да, какие-то десктопные приложения. Это все одна единая команда. И они все работают вместе, друг с другом, бок о бок, друг друга выручают. Знания очень часто пересекаются. То есть, если мы эстимируем какой-то проект,
Например, к нам приходит заказчик, дает нам какие-то набор требований, и мы должны его проэстимировать. Зачастую эстимейты сходятся минуту в минуту. То есть, что на Android писать, например, 300 часов, что на Apple, там, iOS писать те же 300 часов. Более того, люди, которые пишут на Android, ну, под Android платформы, чаще всего, я не знаю про Россию, но чаще всего в мировой практике используют для своей разработки IDE под названием «Идея». Так вот, и для запуска этой идеи, собственно, они используют MacBook'и. Ну, потому что Mac более предназначена для разработки операционная среда. То есть для разработчика, которому не нужны игры, там, антивирусы, всякие там, не знаю, ну, то есть ломанный софт, которому нужно, чтобы он открыл и работать, чаще всего используют Mac. Ну, так сложилось в индустрии. То есть там в Нью-Йорке, где-то в Силиконовой долине, чаще всего используются MacBook'и там, либо iMac'и, независимо от того, под какую технологию вы разрабатываете. Поэтому просто держите в уме, что мы не будем говорить об вот этих всех отличиях, у кого что плохо, у кого что хорошо, везде все по-своему. И каждый выбирает сам для себя. Так вот, что мы сегодня рассмотрим, постараемся рассмотреть. Краткая история iOS и Apple Devices. Это очень будет актуально сегодня, потому что буквально 5 лет назад это все было как на ладони. Сейчас многие из вас уже даже не знают, с чего это начиналось, какие были трудности, что мы имели и к чему мы сейчас пришли, да, чтобы вы понимали вот этот весь путь. Как начать программировать под iOS? Что из себя представляет iOS Development? Кратко. То есть, опять же, мы не будем разбирать, как там код выглядит. Ну, чуть-чуть посмотрим, но так, чисто для ради фана. Значит, чем отличается десктоп от мобайла? Это вот то, что делает вас не просто каким-то там разработчиком, а именно мобильным разработчиком, да, какую-то узконаправленную специальность придает. Поговорим о Human Interface Guidelines. Так, давайте так, кто может сходу перевести это на русский, чтобы я знал уровень вашего английского? Human Interface, Human, что такое Human? Interface. Хорошо. Guideline. Прекрасно. Значит, в переводе не нуждается. Значит, если как бы, ну ладно, когда мы будем об этом говорить, я расскажу. Сейчас пусть это будет некая тайна. И further steps — это дальнейшие шаги, материалы, которые вы можете почитать, если кто-то заинтересуется, если кто-то захочет стать именно мобильным разработчиком. Итак, начнем. Вот эта иконка самой первой операционной системы. На ней мы поподробнее чуть-чуть остановимся. И это то, что мы имеем сейчас. Тут не очень хорошо видно, но здесь как бы белое на белом, да, то есть там вот тут небольшая тень есть. Итак, 2007 год. Кто вообще хоть что-нибудь слышал про первый iPhone? Вот, я так и знал. То есть можно рассказывать прямо по порядку. Значит, ну 2007 год — это очень давно, наверное, многие из вас еще, может, в школу-то пошли уже? А, ну, наверное, только пошли. Вот, значит, 2007 год — это Стив Джобс. Ну, тоже, может быть, многие не застали его. Стив Джобс в 2007 году представил так называемое устройство под названием iPhone. Сейчас уже для многих это обыденность, иметь такой девайс в кармане. И никто не понимает, в чем была инновационность. То есть, опять же, начинаются споры, там, о, это ерунда, там все давно придумали. Так вот, поэтому хотелось бы сказать, что было инновационного. Самое главное, что было инновационного, это мульти-тачскрин. То есть на тот момент все устройства, которые имели тачскрин, имели в наличии вещь, которая называлась стилус. Кто знает, что такое стилус? Да, то есть это палочка, которую вы эмулировали ввод, да, то есть как-то нажимали. Почему? Потому что экраны были не емкостные, а они действительно реагировали на нажатие. То, что сейчас вот реализовано под названием 3D Touch, там, да, когда мы нажимаем на iPhone, сильнее нажимаем, там происходит какое-то действие. Вот стилусом раньше мы давили на экран, и он понимал, что мы какие-то действия делаем с экраном. То же самое вы сейчас можете посмотреть на этих вот волскомовских этих планшетах, да, вот когда люди рисуют, например, какую-то картинку, они используют стилусы. Но там без стилусов никуда, потому что там нужно степень нажатия регулировать, там нужно тонкое перо. Вот. Мульти-тачскрин что нам дал? Он нам дал возможность вводить прямо пальцем. То есть реагирует экран теперь на теплоту наших пальцев.
Поэтому зимой вы должны использовать перчатки специальные, потому что в перчатках этой теплоты нет, и ну, экран не понимает, что его что-то касается. Хоть бы там будете давить, ничего не происходит. Можно носом, там, можно локтем. У кого какие-то фантазии, тот тем может и вводить. Значит, based on Darwin, да, вот это все умные слова, там, может быть, никто не знает, что это такое. Это все из той же оперы. То есть Darwin – это ядро. Это ядро. Это, по сути, прототип FreeBSD. То есть FreeBSD – это конкретная реализация BSD-ядра. Вот Darwin – это другая реализация BSD-ядра. Вот вы должны понимать, что на этом ядре сейчас базируются все те четыре платформы. Вот. Больше вам пока знать не надо. RRM. Кто знает, что такое RRM? Да, RRM это процессор, но это не процессор, это технология производства процессоров. То есть RRM сейчас используется практически на всех мобильных устройствах. Там Snapdragon это RRM, что там еще у нас? Apple использует A-чипы, то есть A и там дальше 10, например. A10 это процессор, который сделан с помощью технологии RRM. Ну не будем сейчас на этом заострять внимание. Чем отличается RRM от CPU? Обычно CPU это конкретный процессор, у него есть какая-то память, отдельная видеокарта. У RRM обычное решение называется Solid on Chip, то есть решение на чипе. Сразу вот у вас, например, A10, это сразу и видеокарта, и процессор, все в одном. Но у RRM еще за счет того, что физически это немножко другое устройство, программы, которые вы компилируете, например, под Mac и под iOS, на Mac нет RRM, на Mac там обычный CPU, должны компилироваться под разные, ну, скажем так, инструкции для этих процессоров. То есть если кто-то знает, что такое ассемблер, то вот команды ассемблера у них отличаются, у этих процессоров. Поэтому компилировать нужно разные версии. Значит, еще что было уникального в этом устройстве. Там появились приложения. Эти приложения, правда, были очень ограниченными. То есть их было несколько штук, и они были такие базовые. Ну, то есть вот все помещались на одном экране. Календарь, там, телефон, какой-то заметки, какие-то браузер, ну, только самое основное. Как люди могли предоставлять свои собственные приложения для таких устройств? Только с помощью web-based applications. То есть вот вы сейчас заходите на какой-то сайт, и иногда он на телефоне выглядит как бы вроде как не сайт, какое-то как приложение, там какие-то менюшки есть, какая-то анимация. Вот это и есть web-based applications. То есть они запускаются непосредственно в браузере, а не на самом устройстве. Они не нативные. Нативные – это когда на самом устройстве, на железе. Значит, у нас появился iPhone, First Generation, первое поколение, и iPod Touch. То есть до этого iPod это был такой, знаете, вот, ну, плеер, наверное, не знаете. В общем, плеер, у которого был черно-белый экран и такое красивое колечко, кружочек, там, play, пауза, стоп, и можно было вот так вот пальцем крутить и листать. То есть, как бы, знаете, как вот набираешь 1, 2, 3 на старом телефоне советском, только вместо этого он реагировал на то, что вы крутите, и как бы листал. Вот. Ну, это классическое изображение iPod тех времен, можете просто где-то иконочку встретить в интернете случайно, это вот как раз он так выглядел. Появился iPod Touch, он по сути ничем не отличался от iPhone, но он не умел звонить. То есть это было устройство для прослушивания музыки, но на котором можно было какие-то вещи делать, то есть там в интернет выйти. Не было мультитаскинга. Ну, я вижу, что уровень, значит, судя по RRM, не очень глубокий, поэтому я не буду заостряться на мультитаскинге, потом расскажу, что такое мультитаскинг. Значит, no SDK. Кто-то знает, что такое SDK? Software Development Kit. То есть это набор каких-то утилит или там, не знаю, фреймворков для девелопмента. Так как его нет, девелопить нечего, потому что не на чем. Поэтому, опять же, возвращаемся только в web-based applications. Но люди не дураки, они поняли, что вот эта вот платформа – это будущее. То есть если мы даем возможность каждому человеку, а Apple-то, в принципе, тогда уже была достаточно известна и популярна, вот эти iPod, это в Америке был самым главным вообще плеером. У нас там были iRiver и вот это все. У них только iPod были. И как бы люди сразу поняли, что сейчас, как только начнет развиваться эта платформа, она появится у всех американцев. А американский рынок – это сейчас до сих пор самый лидирующий рынок, потому что у них вот эта сфера entertainment, сфера IT уже давно не просто развита, как у нас, она у них пришла в жизнь обычных простых людей. То есть у нас, в принципе, IT-то тоже давно развивается, с советских времен, но у нас оно было, как знаете, мейнфреймы там где-то в НИИ связи или в каком-то любом другом научно-исследовательском институте. Какие-то вещи делали на перфокартах, это все, значит, было такое
очень дорогое. Ну вот, у нас музей есть, вы можете потом посмотреть после лекции, как это приблизительно выглядело. А у них это было ну, дома у простых людей, в гараже, там какой-то доступ к IT-технологиям. Поэтому у них эти вещи, они давно уже использовались в обиходе. И сразу стало понятно, что это очень большой рынок. И люди начали использовать так называемые private APIs. Очень трудно вам объяснить, что такое private API сейчас. Ну, так вот, это что-то вроде хака. То есть, когда мы не просто берем и пишем что-то такое свое и официально это загружаем, куда-то кто-то скачивает. Это когда мы путем различных махинаций понимаем, какие инструкции, какие команды делает операционная система. И мы как бы подменяем своими командами эти команды и, грубо говоря, внедряемся в саму операционную систему и делаем некое приложение, которое что-то делает нелегально, скажем так. Вот. Значит, в 2008 году выходит iPhone OS 2. Первое платное обновление и последнее. После этого все обновления и Mac, и iPhone, они бесплатные. Почему оно было платным? Сейчас трудно сказать. Скорее всего, просто Apple искала свой путь, как она будет монетизировать. То есть, что она будет получать? Она будет получать деньги за сами устройства, за саму операционную систему, или она будет, скажем так, собирать деньги с разработчиков. Как показала дальнейшая история, они выбрали путь собирать деньги с разработчиков. Я позже расскажу, в чем это заключается. Значит, у нас появилась first version of iPhone SDK. То есть, наконец-таки, нам предоставили SDK. Вот это, да? То есть, как вы видите, тут какие-то иконочки. Это некая такая, значит, набор, вот как, знаете, конструктор. Вот вы покупаете конструктор, открываете коробку, и там детальки. И вы из этих деталек можете собрать самолет. Вот SDK это то же самое, простым языком. Xcode IDE появился. Он уже давно был, потому что на ней писали, собственно, приложение для Mac. Но на этот раз внутрь было встроено еще, скажем так, сама операционка iOS, то есть там ее части, да, вот этот SDK. Теперь вы могли уже на Mac писать приложение для iPhone. Значит, появился App Store. Вот это тоже инновация. Сейчас это кажется обыденным, но тогда люди, чтобы покупать какие-то приложения, должны были идти на барахолку, там, не знаю, раньше она была, где электроника сейчас, покупать какой-то диск, либо официальный, либо у пиратов, вставлять его в компьютер, что-то там устанавливать, что-то там взламывать или скачать с торрентов. Все было очень сложно. App Store. Это когда вы просто достаете из кармана, ну, вы теперь знаете, что такое App Store, нажимаете одно касание, вводите пароль или там, не знаю, касаетесь этого фингерпринта, и все, и вы купили. Там деньги где-то списываются с карточки. Если бесплатно, то ничего не списывается. Но суть в том, что сам процесс дистрибьюшена, то есть, как раньше было, нужно отдать куда-то приложение. Там его напечатают на болванке, да, то есть на болванке не пишут, а именно печатали раньше, чтобы быстро. Засунут в коробочку, эту коробочку положат в большую коробочку, эту коробочку куда-то отправят, она там через океан перелетит, приедет в Россию, здесь ее локализуют, перейдут на русский язык, опять запакуют, выведут на прилавок, на прилавке там кто-то опять получает какую-то маржу с этого, приходит человек в магазин, его выбирает, над ним ходит продавец, рассказывает, вот это такое приложение, вот это такое приложение. То есть этот процесс очень длительный и муторный. App Store это application, application это приложение по-нашему. То есть это такой магазин онлайн. Вы заходите, вы видите перед собой все эти приложения, вы выбираете, какое хотите, вы видите скриншоты, какие-то видеозаписи, как это все выглядит в реальной жизни, выбираете, что вам хочется, читаете описание и просто покупаете. Все. Заплатили, оно ваше. Более того, когда вы заплатили, вы можете на любой другой девайс поставить, то есть жене, там, на iPad поставить. Там. Один раз заплатили, используйте везде. То же самое, кстати, с музыкой. Но с музыкой все гораздо проще даже. И у нас ну, iPod Touch еще с второго поколения появился. Так, вот сейчас скажем про App Store. В чем именно инновация монетизации от Apple? Они не стали потом делать платные обновления. Они просто стали снимать 30% всех доходов от приложений себе. Ну, то есть, раньше, дай бог, 10% получал разработчик. Ну, написал ты приложение, а дальше ты должен заплатить всем, кто его будет рекламировать.
кто будет его печатать, кто будет делать какую-то бумажную продукцию, да, кто будет продавать его в магазине. И потом конечному разработчику на руки приходилось 10%, к примеру, может быть даже меньше. Но вот сами представьте, сейчас, например, вот вы там, не знаю, владеете каким-то мясокомбинатом, ну вырастили вы там курицу, вырастили вы там свинью, сделали вы из нее колбасу, а дальше как вы продавать будете? Вам нужно заботиться о куче разных вещей, чтобы его продать. Поэтому вы отдаете просто дистрибьюторским сетям. Они на вас накрутку делают там процентов 200, 240, там, 250, 300, кто на что говорит, 500 могут сделать. И вам останется 100 рублей, а в магазине она будет стоить 500 рублей. И вот на эти 100 рублей вы должны жить. А из этих 100 рублей вы должны заплатить за аренду, за свет, за газ этим работникам, ну всем. И остаются какие-то копейки. Что делает App Store? Вы разработчик, вы купили себе ноутбук, вы сели, написали приложение, вы 30% из всей стоимости приложения, то есть если приложение стоит $1, вы платите 30 центов Apple за то, что она за вас делает все вот то, что я описал, рекламу, там, эти, как бы, дистрибьюцию по облаку, там, все хранение этих приложений. В конце концов, она же хранит их, то есть эти приложения лежат у нее на серверах, она за это деньги платит. А все остальные 70% ваши личные. Все, вы с них только налог платите. Ну, без налогов никуда, сами знаете. Все, в любой стране мира. То есть в России платите НДС с этих 70%. Где-то в Америке платите ВАТ. В Европе тоже ВАТ, по-моему, называется. Все. И это просто произвело бум среди разработчиков. Появились так называемые инди-разработчики. Инди не от слова «Индия». А есть такой термин «инди-рок», там «инди-музыка», «инди-поп». Это такая типа homemade, как знаете, вот сейчас крафтовое пиво, крафтовое там это, там не знаю, борода, ну что угодно можно крафтовым назвать. То есть крафтовый, это на самом деле типа по-русски сделанный вручную там, да, в маленьких партиях. Так вот эти приложения писались просто обычными людьми, такими как мы с вами. Какая-то игра, вот Angry Birds, да, может все слышали про Angry Birds. Написали там 2-3 человека эту игру, она взлетела, все там миллионы, миллиарды долларов, ну, минус 30%, пошли им, они стали богатыми, и на этом началась вся вот эта волна фейсбуков, инстаграмов, так называемый мыльный пузырь. Сейчас, конечно, он уже идет на нет, сейчас немножко по-другому бизнес устроен, но тем не менее, даже сейчас можно придумать какой-нибудь снэпчат условный, запустить его, и к вам будут бежать, ломиться в дверь ВКонтакте, Фейсбук и прочие социальные сети с просьбой, пожалуйста, продайте нам эту штуку. Вы не продаете, и каждый начинает делать свою собственную. В итоге мы имеем 10 инстаграмов, 10 твиттеров и все остальное. Значит, теперь пойдем кратко. Вот у нас, помните, да, 2007 год? Это почти 10 лет назад уже. 2009 год. iPhone OS 3. Это вот как раз первая система, с которой начал писать я. То есть я занимаюсь разработкой с 2010 года, но мы здесь указываем год, когда она была представлена. А на самих устройствах она появилась как раз ближе к 2010 году. И вот как раз в 2010 году я начал писать под вот эту операционную систему. Поэтому здесь уже я достаточно хорошо помню, что было, как было. Значит, у нас появилось огромное количество различных UI-элементов, каких-то красивых анимаций. Все стало очень такое красивое. Даже такой термин бытовал, что хочется лизнуть. То есть, когда люди видели вот такие вещи, там всплывающее окно, они говорили, оно настолько красивое, что его хочется лизнуть. Ну, потому что все привыкли, я там потом в конце покажу слайды с так называемым Bad UX, чтобы вы понимали, что это. Значит, у нас появился Spotlight, это поиск. Push-нотификации, то, что сейчас все знают, что такое push-нотификации, но сейчас они вот только появились в 2009 году. До этого вообще такой технологии не существовало. Наверное, стоит сказать, что такое push-нотификации. Push-нотификации – это когда вот у вас телефон лежит в кармане. Если вам приходит смс от оператора, то это не push-нотификация, просто смс, да, оператор вам там посылает этот пилинговый сигнал, телефон на него отзывается и получает смс. Push-нотификация – это когда раз в какое-то время происходит очень такой легковесный нетворкинг-запрос на сервер Apple, то есть на один сервер, на предмет того, есть ли что-то для меня. Если что-то есть, на ваш телефон приходит определенное сообщение. Оно очень легкое, то есть в нем обычно несколько полей. Оно легкое для того, чтобы много трафика не пожирать вашего мобильного, чтобы достаточно быстро обрабатываться. И вы видите, например, что там какой-то ваш друг поставил лайк в Фейсбуке, или что у вас там, если у вас какой-то смарт-хоум, что у вас там, не знаю, молоко убежало, у вас раз пуш-нотификация пришла.
Раньше это было невозможно. Никто же вам не будет смс посылать, когда у вас молоко убежало. А там какие-то датчики стоят, они прослушивают и посылают вам этот пуш. Сейчас это кажется обыденным, но тогда это была инновация. Значит, появились in-app purchase. In-app purchase — это когда вы что-то можете купить прямо в приложении. То есть не в магазине, там, например, вы открываете AliExpress и заказываете себе китайский телефон. Вы платите сразу, вы платите за товар. А если вы открываете приложение, у вас, например, там какие-то герои, какие-то персы, там, да, я не особо в этом шарю, но вот кто знает, вот вы там хотите доспехи какие-то купить. И эти доспехи вам за деньги продает разработчик этого устройства. Танчик его, танчик какой-то купить. То есть танчика физически нет. Вот это in-app purchase, то есть покупка внутри приложения. Это один из способов монетизации. То есть вы буквально покупаете приложение бесплатно, казалось бы, да, игра там World of Tanks бесплатная, но вы туда вливаете деньги за счет покупок всяких дополнительных услуг. И вот эти все вещи, они дают, собственно, деньги, на которые разработчики и сама вот эта фирма, которая разрабатывает это приложение, живет. Ну, плюс реклама и все остальное. Core Data, ладно, не будем дальше, что такое Core Data, Find My iPhone. То есть это если вы потеряли телефон, вы можете всегда узнать, где он находится. Вот это появилось в 2009 году. В 2010 году что было инновационного? Инновационное — это появление iPad. Именно в этот момент появились планшеты. Ну и все начали говорить: да ерунда, вот Apple-ский планшет, сейчас вот Android наклепает кучу планшетов. Ну не Android, правильно говорить, Android — это все-таки операционная система. Ну кто там был тогда? Samsung, там Google. Но оказалось, что буквально, не знаю, 3-4 года, ну после 2010 года, ну никто не мог сделать нормальный планшет. Вот чтобы прям сразу взял и пользовался. В то время iPad достаточно, ну, регулярно обновлялся, то есть раз в полгода. И произошло вот такой как бы разрыв, что вроде бы мобильное устройство есть у всех, а планшет нормальный есть только у Apple. А почему он был нормальный, я расскажу в конце. Но сейчас скажем, почему нормальный он был. Потому что значит, Apple не просто сделала планшет, она сделала операционную систему, которая поддерживает планшет. То есть она выпустила iOS 3.2, и вот эти .2, то есть как бы не совсем мажорное обновление, а минорное, включало в себя специальные элементы интерфейса, которые отображались только на планшете. Это позволяло вам использовать планшет не как большой растянутый телефон, а как отдельное устройство. То есть вам стало выгодно покупать именно планшет. Если вам нужно, например, YouTube смотреть, зачем вам телефон? На планшете вы, грубо говоря, смотрите слева ролики, справа комментарии, там, а посередине видео. А на телефоне у вас кроме видео больше места ни на что не хватает. Но если вы открываете не адаптированное от планшета приложение, то вы то же самое увидите, просто растянутые на весь экран видео. Без всяких секций с комментариями. Вот. Значит, появился такой термин, называется Universal Applications. То есть вы, по сути, делаете одно приложение. Оно билдится в один бинарный файл, одно приложение. Но если оно устанавливается через App Store на iPad, оно выглядит как iPad-приложение. Если оно устанавливается на iPhone, оно выглядит как iPhone-приложение. То есть одно приложение на двух разных устройствах выглядит совершенно по-разному. А вы, как разработчик, пишете это все в рамках одного проекта. Значит, в 2010 году на WWDC, кстати, WWDC, это World Wide Developer Community. Кажется сначала, что немножко эгоистично. Оно не совсем же World Wide, потому что World Wide по-английски это типа всемирная конференция разработчиков. По факту это как бы конференция только для разработчиков под Apple платформы. Но никого это не волнует, потому что как бы кто первый встал, того и тапки. То есть если они забронировали вот это название в далеком там 70-м году, то никто им не предъявляет за то, что этот World Wide уже далеко не World Wide. Но термин прижился, все до сих пор говорят World Wide, и вот этот термин, он достаточно известен. Всякие там новые презентации обычно проходят вот как раз на WWDC. Ну, а айфоны чуть позже потом представляют. Многие из вас, я думаю, даже смотрят какие-нибудь трансляции там Wylsacom какого-нибудь через YouTube, вот этих вот всяких событий. Есть Google I.O., аналог от Google. Значит, вот, собственно, тот самый интерфейс, который хочется лизнуть. Вам вопрос. Кто-нибудь знает, что такое скевоморфизм? Скевоморфизм. Да, скевоморфизм — это когда вы пытаетесь имитировать что-то, что существует в реальном мире, но не существует в цифровом виде. Например, вот это компас, да, вот эта текстура похожа на ткань. Не знаю, вам видно или нет. Что тут еще? Ну, я потом на другой картинке покажу. Но вот тут важно же запомнить, что вот есть текстура, похожая на ткань, и есть объем такой.
То есть кажется, что вот эти штучки, они объемные, они лежат поверх вот этой вот ткани, как будто вы их можете просто взять оттуда и вот как бы себе вынуть. Это скеомоморфизм. До определенного года он базировался только вот весь интерфейс iOS только на скеомоморфизме. Значит, в 2010 году у нас появилась именно iOS, в том виде, в котором мы ее сейчас знаем. То есть название не iPhone OS, слово iPhone ушло, но сами знаете почему, да, потому что появился iPad. Стало бессмысленно называть операционную систему в честь одного устройства. Появился так называемый Retina дисплей. Ну, Retina, там долго можно спорить, что это значит, это сетчатка глаза, там туда-сюда. В общем, суть в том, что одна точка на экране теперь состоит не из одного пикселя, а из 4 пикселей. Ну, то есть квадратик состоит из 4 пикселей. Грубо говоря, интерфейс стал в 4 раза более насыщенным, более, скажем так, резким, четким. У нас появился background execution. Ну, правда, он немножко такой ограниченный. То есть то, что называется restricted multitasking. Restricted значит, ну, такой, типа, не до конца раскрытый. Трудно переводить просто термины на русский язык, потому что прямого односложного приложения нельзя сказать. Вот это все мы не будем рассматривать, потому что это уже такое техническое, там, Grand Central Dispatch, это вам ни о чем не скажет. Вот из-за появления ретины экранов у нас теперь появилось два вида девайсов. На одних такой экран, на других другой экран. Из-за этого все ресурсы стали дублироваться. То есть какая-то картинка маленькая, какая-то картинка должна теперь более крупной быть. Но чтобы нормально выглядеть, не замыленный такой на таких четких экранах. Значит, в 2011 году, вот опять же к скеоморфизму возвращаемся. Вот видите, как выглядит интерфейс? То есть сейчас, наверное, вы привыкли, что вот если вы что-то подобное открываете, там, то там просто белый фон и там какие-то буквы. Раньше это было не модно. Модно было делать вот так, что ну, вы, грубо говоря, прямо пишете от руки по какому-то блокноту. Даже смотрите, какие шрифты. То есть как будто вы от руки пишете. Вот эта штучка имитирует кожу. Все вот это было настолько популярным, что дизайнеры, там каждый не знал, как изгаляться. То есть как сделать так, вот добавить какое-то поля вот здесь, чтобы это выглядело как тетрадка. Какую-то вот там тень, вот как будто у вас вот здесь лампа светит. Ну, то есть фантазия просто бурлила. Значит, так, что тут можно из этого сказать? Containment API, ну, наверное, тоже это все. Siri, да, вот появилась в 2011 году. Ну, она, знаете, даже на тот момент даже разработчиками была встречена, скажем так, двусмысленно. То есть многие не поверили в то, что это взлетит, оно до сих пор, по сути, не взлетело, но особенно в России. Потому что с распознаванием русского языка все-таки большие проблемы у всех. Значит, июнь 2012-го. Что тут хотелось бы сказать? Для вас, наверное, будет самым интересным, что в этот момент мы лишились Google Maps в телефонах, именно в айфонах. На самом деле для России что то, что это. То есть даже если вы сейчас Google карты откроете, вы там выйдете за пределы Воронежа и не увидите ничего. Ну там по сравнению с Яндексом, например, или с Тугисом. Тогда тоже так было. Но у людей просто тогда возникла прям паника. Как это так? Google — это самые продвинутые карты в мире, мы их лишаемся. Вот здесь хотелось бы отдельную ремарку. То, что бизнес — вещь сложная. Этот шаг был вынужденным. То есть Apple рада бы продолжать использовать Google карты. Но почему они не могли их продолжать использовать? Потому что тогда очень сильно наметилась тенденция на расхождение между двумя компаниями. Google всегда была компанией, которая позиционировала себя как поисковик. То есть как компания, которая занимается производством готовых решений. То есть это именно компания, как сказать-то, ну, в общем, которая занималась разработкой именно софта, такая софтверная компания с уклоном в веб. А Apple всегда позиционировалась как компания с уклоном все-таки в девайсы. То есть Apple одна из немногих фирм, которая сама делает свои устройства. Все эти устройства, они под маркой Apple, в том числе как операционная система. И когда они каждый стали входить в бизнес друг друга, Google начала хитрить. Она начала свой собственный Google Maps, который внутри Android был, развивать семимильными шагами, а то приложение, которое было встроено в Apple-ские девайсы, лишалось таких функций, как, например, turn-by-turn navigation. Но по-русски это шаговая навигация. Да, вот вы включаете навигатор и говорите, я хочу в Рамонь. И он вам показывает, поверни направо через 300 метров. Это turn-by-turn navigation. Ну как можно было продолжать развивать мобильную платформу без таких фич, да, без таких функций?
Были какие-то переговоры, видимо, но не сошлись в цене, я не знаю в чем, и появились Apple карты. Вот появились, мы вот сейчас имеем на всех Apple устройствах именно встроенное приложение Apple Maps, так называемые. На самом деле Apple не делает карты, она делает только интерфейс для них. Сами карты для них предоставляют разные провайдеры, там TomTom, OpenStreetMaps, различные там поставщики. А они для них делают векторный интерфейс. Но, кстати, чем интересно было, на тот момент у Гугла были карты растровые, то есть загружались изображения. Вот вы заходите, такие клеточки загружаются, может, когда-нибудь обращали внимание. Это приходят вам такие кусочки картинок. Это достаточно медленно и достаточно ресурсоемко. Apple сделала векторные карты, то есть на устройство приходят не картинки, а текст. Какие-то координаты, какая-то линия, ее толщина, ее цвет. И в реальном режиме на девайсе это все рендерится. То есть как вот в играх вы когда играете, там что-то рендерится. То есть прорисовывается все прямо во время, вот вы пальцем так вот проводите вверх, и у вас плавно так рисуется новый кусок карты. Они вот такими кусочками, квадратиками подрисовываются. Но сейчас, по-моему, Google тоже сделали векторные карты. Значит, 2013 год. Забываем о скеоморфизме. Вот как раз почему я вас заранее спросил. Вот современный, ну, такой облик. Мы ушли от этих вещей, которые хочется лизнуть. Теперь все такое ближе, знаете, ну, flat UI, одним словом, то есть плоский. Все стало похожим на то, что мы находимся в какой-то действительно виртуальной реальности. Нам чуть-чуть об этом свидетельствует вот этот бэкграунд, это самая первая версия без скеоморфизма. Там еще такой эффект был, знаете, но он и сейчас есть, вот так вот телефоном крутишь, и там эти звезды на заднем плане чуть-чуть меняются. Да, параллакс эффект. Но параллакс это немножко другое, на самом деле. Здесь был такой лайф эффект. Мультитаскинг наконец-то стал настоящим. То есть что такое все-таки, теперь скажу, что такое мультитаскинг. Вот представьте себе, вы запускаете загрузку сайта, вот, например, открываете Safari, нажимаете «Перейти по линке», нажимаете кнопку «Home», и открываете почту. И в этот момент у вас не то, что страница не загружается, у вас она вообще закрывается. То есть в следующий раз, когда вы зайдете в Safari, у вас вообще будет пустой экран. Ну, то есть, как бы, как вот когда вы браузер заново открываете, у вас там, например, пустой экран, так же у вас было раньше. Вот. Мультитаскинг позволяет вам одновременно на девайсе держать запущенными несколько приложений и пользоваться ими туда-сюда, переключаясь. Особо это актуально для iPad, да, где большой экран, где сейчас появилась возможность одновременно на экране показывать два приложения side-by-side. И очень важная для нас, для разработчиков, функция – это автоматические апдейты. То есть если мы, как разработчики, делаем апдейт для приложения, у вас не появляется теперь вот здесь вот иконка, единичка, что доступен апдейт, а он, если вы в настройках включили, автоматически ставится, то для нас это ускоряет процесс. Вот, допустим, у вас появилась какая-то проблема, вы ее исправили, через неделю вы отправили фикс в Apple, и раньше, пока пользователь сам не скачает это обновление, он так и будет с этой проблемой сидеть. Теперь, если он автоматически после вашего дистрибьюшена попадает на его устройство, то вот этот вот промежуток, когда вы могли исправить ошибку, стал гораздо короче. Это очень важно, потому что иногда вопрос там миллионы долларов. То есть если у вас какое-то приложение, шопинг, да, и у вас ключевая функциональность чекаут, то есть покупки, нарушена, пользователь заходит, кладет товары в корзину, но не может их оплатить, вы теряете просто конечную прибыль, ревеню. 2014 год, появление iOS 8. По сути, никаких ключевых изменений для нас, чтобы это рассматривать, кроме вот этой вещи. То есть появление нового языка программирования. Я позже об этом расскажу. Язык называется Swift. 2015 год, iOS 9, Swift 2 и WatchOS. Вспоминаем, да, то есть появились часы. Я здесь звездочку поставил. Почему? Потому что до 2015 году на часах приложения не исполнялись. Они исполнялись на вашем телефоне. То есть вот у вас лежит в кармане телефон, и на руках эти Apple Watch. Вы что-то нажимаете, сигнал идет по Bluetooth в ваш телефон, телефон его обрабатывает, отправляет обратно сигнал на часы, часы показывают, например, что погода в Москве такая-то. Естественно, это накладывало очень большой, значит, расход батареи. Ну и вообще это не очень отзывчивый интерфейс. Вот WatchOS 2 был именно так сделан, через App Extensions, то есть через дополнение для ваших приложений, как плагины, вот сейчас модно говорить. Так, ну все остальное не будем рассматривать. Я думаю, что
Если вдруг эта лекция будет доступна, то есть слайды как-то вы можете, там, не знаю, в PDF могу расшарить, вы можете потом вот эти все термины поискать в интернете, если вам интересно, что это такое вообще. Я здесь именно вот привожу то, как они с точки зрения разработчика звучат. 2016 год, то есть вот самый последний WWDC, iOS 10, то есть 10-я версия. Swift 3, macOS Sierra, то есть обновление macOS. Кстати, это первый раз, когда у нас теперь это называется не Macintosh, раньше было название, может кто-то помнит, macOS 10, такой X, и все говорили macOS X. Кто хоть раз слышал в жизни macOS X? Вот, вот это неправильно. Она никогда не называлась X. Это как бы, это, ну понятно, да, это 10. Это не буква, это число. И вот все версии были 10.1, 10.5, они назывались в честь кошек, там Snow Leopard, там Lion. А сейчас они называются в честь красивых природных достопримечательностей штата Калифорния. Значит, TVOS появляется не в 2016 году, а чуть-чуть раньше, 9 сентября 2015 года. Просто в этот момент не было никаких девелоперских конференций. В этот момент представляли iPhone новый. Какой тогда представляли, я не помню, наверное, семерку. И одновременно с этим представили новую TVOS и анонсировали, что на этой новой TV, на новом Apple TV будет стоять определенно новая операционка, которая теперь поддерживает приложение. То есть то же самое, что раньше было с iPhone, да, был iPhone, но не было приложений. Теперь у нас есть не только Apple TV, но еще и приложение для него. Кстати, проект, в котором я сейчас работаю последние 3 года, был одним из первых, кто разработал приложение для TVOS, то есть Apple пришло к нам, но не в DataArt, а вот туда, где я работаю, через DataArt, скажем так, и сказала, что вот у нас будет новое устройство, вы должны подписать NDA, то есть Non-Disclosure Agreement, соглашение о неразглашении. Вот. То есть они сказали, что вот мы будем выпускать новое устройство 9 сентября, готовы ли вы написать для него приложение? И вот мы его писали в режиме полной секретности, мы не могли никому сказать, что будет вот это устройство. И потом, когда был WWDC, наш разработчик, один из нашей команды, кто в Нью-Йорке работает, он летал в Калифорнию и представлял приложение на презентации, которую вот мы написали. То есть на тот момент это было очень интересно, и вообще непонятно было, как бы, что в будущем будет с этой платформой. Вот мы написали это приложение, сейчас мы немножко его затормозили, больше не разрабатываем, но оно работает исправно. И интересно, достаточно много людей покупают действительно. У нас приложение для покупок, аналог Амазона, только немножко с другой бизнес-моделью. Очень много людей действительно покупают через телевизор. Я думал, что это, ну, как-то глупо, но тем не менее оно взлетело, скажем так. Итак, как же начать разрабатывать? Путь джедая. Кто значит такой джедай? Я сам не очень знаю, что такое джедай, потому что я «Звездные войны» не люблю, не смотрю, но джедай — это оттуда. Просто в IT очень любят «Звездные войны», и все прям шутки про IT, про «Звездные войны» как-то вместе так воспринимают, поэтому я вставил вот такое название. То есть путь такого верного учителя Йоды, или как кто там, магистр. Самое важное, вам нужен Intel-based Mac. На самом деле слово Intel-based уже будет смешно звучать, потому что когда еще я был молодым, да, вот когда я начал разрабатывать, были еще Mac'и, которые были на PowerPC, это такие процессоры. Сейчас их просто в природе трудно сыскать, сейчас все Mac'и на Intel'е. Поэтому вот это можете опустить. То есть любой Mac, который вы найдете даже на Авито, он будет на Intel'е. Это может быть Mac Mini, это может быть MacBook Air Pro, неважно какого года, хоть 2010-го. Вот сейчас у нас люди работают на некоторые с 2010-го года, у них ноутбук и нормально разрабатывают. Ну, вставляют туда SSD, там, чтобы чуть-чуть побыстрее было. Значит, вам нужно на него поставить macOS. Ну, оно там и так стоит, просто не надо Windows ставить, не дай бог. Значит, вам нужен Xcode, он бесплатный, поэтому ну, берете и скачиваете, так же, как вы скачиваете на телефон, приложение любое там бесплатное. То есть в один клик заходите в App Store,
у Mac есть свой App Store, и скачиваете Xcode. Все, вы разработчик. Дальше, вот тут у меня звездочки две. Тут важно понимать, что значит Apple Device. Если вы хотите какие-то вещи делать, очень тесно связанные с железом, например, игру, которая будет реагировать на то, что вы с телефоном вот так вот ходите туда-сюда, вам нужно будет датчик акселерометра или чего-нибудь там гироскопа, тогда вам нужен Apple Device. Если вы хотите тестировать пуш-нотификации, не знаю, Apple Pay, может, слышали, что это такое, да, Apple Pay, это когда платишь через телефон, тогда вам нужен Apple Device. Если у вас просто приложение, 99% случаев вам не нужен Apple Device. Он нужен только для тестирования. То есть, если вы хотите прям профессионально этим заниматься, какую-то фирму открыть, да, там, естественно, вам нужно это устройство, чтобы убедиться, что вы когда что-то релизите, что это не будет крэшиться у людей, потому что разные бывают случаи причины крэша. Но если вы просто разработчик, и вам надо посмотреть, как это будет выглядеть, как будут анимации выглядеть, в отличие от Android, вам не нужен девайс. Почему? Потому что с самой первой версии iOS симулятор был просто идеальный. На нем работает все точно так же, как на телефоне. То есть вы запускаете, все выглядит один в один, пиксель в пиксель, кнопочка в кнопочку, все, сидите, работаете. Я практически никогда не запускаю приложение, вот сколько я 7 лет уже разрабатываю, там единичный случай я запускал его именно во время разработки, запускал на телефоне. Потом иногда я запускаю уже готовое приложение на телефоне, чтобы как-то убедиться в каких-то там вещах. Дальше следующая звездочка. Apple Developer Program Account. Вот эти $99 очень сильно людей пугают. Как это так? Это же много по нашим деньгам сейчас. 1006, наверное. Ну, в год. Так вот, Apple Developer Program, она условно бесплатная. Если вы хотите просто писать приложения и не продавать их, то вы не платите $99. Вот как вот вы сейчас, вот вы никто, да, не работаете нигде, ничего не продаете. Вы хотите набить руку и пойти куда-то прособеседоваться. Вам не нужны эти $99. Вы просто скачиваете Xcode, берете Mac, бэушный, самый дешевый. Значит, устройство, если есть, хорошо, если нет, неважно. Apple Developer Program, просто регистрируйтесь, просто бесплатно регистрируйтесь и работайте, пишите свое приложение. Когда вам нужны будут $99? Когда вы захотите свое приложение выкладывать в App Store и получать с него какую-то прибыль. То есть даже бесплатное приложение подразумевает, что какую-то прибыль может приносить. Ну, реклама там, да, или вот, например, какой смысл Мегафону делать платное приложение? Но Мегафон – это провайдер сотовых услуг. И их приложение – это просто клиент. Вы можете там баланс посмотреть, какие-то услуги, но для того, чтобы Мегафон мог свое приложение выложить в App Store, он платит $99 в год. И я вам так скажу, что 6 тысяч в год для такой компании, как Мегафон, это ерунда. То есть $99 может заплатить, ну, человек в год. То есть у нас сейчас в России, там, не знаю, у ИП больше эти в год отчисления за там пенсионное какое-нибудь. Ну, в общем, $99 в год – это на самом деле очень мало. Эти деньги идут на то, чтобы поддерживать всю вот эту инфраструктуру, держать ваше приложение постоянно доступным, да, то есть вам не нужно никакого своего сайта создавать, ничего. Поэтому вот этой цифры не пугайтесь. И каждый год вы ее просто продляете. Ну, надоело вам, да, не хотите вы больше приложение свое пользователям поставлять. Просто не платите и все. Вам нужно хорошее понимание design patterns. К сожалению, design patterns трудно объяснить двумя словами, но слово дизайн здесь не в том смысле, в котором вы могли бы подумать. То есть это не тот дизайн, который там дизайн квартиры или интерфейса. Design patterns, это, может быть, кто-то слышал, такая есть книга Gov patterns. Вот. Это вот про это. То есть это архитектурные паттерны, которые касаются только программирования. Если вы о них не слышали, учась на кафедре системы информационной безопасности, ради бога, хоть погуглите, что это. Потому что вот иногда даже стыдно, то есть когда приходят люди из политеха к нам на собеседование и начинаешь их спрашивать какие-то базовые вещи, люди начинают говорить, мы этого не проходили. Но вы понимаете, университетское образование – это не то. Это вас учат немножко другому. Если вы хотите развиваться в каких-то других отраслях, это ваша личная задача – прийти домой и изучать это. То есть не надо пытаться навязать то, что ваш преподаватель должен вам что-то донести. Он ничего вам не должен, у него есть программа, у него есть название предмета, который он преподает, и вы должны его на этих лекциях слушать. А все остальные вещи,
они называются факультативными знаниями. И вы должны самостоятельно их получать. Это не школа. То есть университет – это о самостоятельности вещь. Objective-C and Swift Knowledge. Ну, естественно, сейчас у вас… Кто хоть чуть-чуть понимает Objective-C или Swift? Вот. Это нормально. Не думайте, что вы какие-то странные. Ну, это такие языки, которые довольно тесно связаны с вот этими всеми вещами. И в России так сложилось, что ни маков у людей нет, ну, телефоны сейчас появляться стали. Вот. О каком Objective-C и Swift может быть идти речь, да? То есть ни один университет России не дает знания Objective-C и Swift. Ну, может, факультативными какими-то знаниями. Но потому что нет смысла. Есть как бы такие базовые языки, которые там, ну, C++. Ну, не дай бог Паскаль или не дай бог там Delphi, это уже, конечно, совсем мертвые языки. Ни одного проекта сейчас нет на этих языках. Но до сих пор люди его изучают. Просто, значит, это как бы, знаете, такой, как это называется, это шлейф такой, да. Вот есть преподаватель, он знает Паскаль. Нельзя обвинять его в том, что он не знает другой язык, потому что это не его задача постоянно обновлять знания языка. Он знает Паскаль, он вас ему учит. Вы изучаете Паскаль, понимаете, что такое сортировка массива, вообще что такое массив, что такое приложение, как оно работает, а дальше вы уже можете эти знания применять на других языках. И если вот вы хотите, вы должны знать Objective-C или Swift. Но если вы вдруг его не знаете, ну как минимум вы должны знать любой другой язык, как правило, базируемый на C. То есть это Java, C-Sharp, C++, неважно. Если вы хороший программист, вообще неважно, на каком языке вы пишете. Вам неделю не составит труда просто разобраться в любом другом языке. Потому что development, вот то, что я раньше говорил, это не столько знание языка, сколько знание платформы. То есть язык-то вы выучите, но он вам ничего не даст. Ну, научитесь вы там, не знаю, ну, опять же я люблю говорить, сортировать массив на Swift. Ну что вам это даст? Ничего. То есть знание платформы, знание вот этого устройства телефона, как там что работает, как там, когда вы нажимаете кнопку, что происходит. Вот эти все вещи, они никакого отношения к языку программирования не имеют, и вы их будете уже в процессе изучения постигать. Альтернативные способы. Есть у нас, ну, прежде всего, Hackintosh. Кто знает, что такое Hackintosh? Hackintosh – это когда вы нелегально ставите Mac OS на железо, не предназначенное для запускания macOS. То есть, если вы не покупаете MacBook, а покупаете любой другой компьютер, с торрентов скачиваете какой-то образ, ставите туда macOS, и у вас обычный вот такой PC, вот этот монитор, да, системный блок, и там внезапно работает у нас Mac. Это вот и есть Hackintosh. Чем он плох? Ну, по сути, для программиста особо и ничем. Кроме того, что он будет постоянно звук отваливаться, вам будет казаться, что приложение работает неправильно, на самом деле оно бы работало правильно. То есть, в принципе, я бы сказал, что Hackintosh – это нормально. Просто для профессионала это плохо, потому что для профессионала это будет очень много времени тратиться на всякую ерунду. То есть ты пришел на работу, запускаешь компьютер, у тебя нет звука, ты перезагружаешь, у тебя нет изображения. Ну, понимаете, да? Если вы дома и вам нечего делать, то замечательно, чай, кофе навели, сидите, перезагружаете. Objective-C++, ну это такой монстр, скрещенное, значит, когда у вас часть файлов написана на C++, а UI, например, на Objective-C. Это абсолютно нормальное приложение. Я один год такое приложение писал в рамках DataArt, например. В этом ничего страшного нет, Яндекс.Карты написаны именно так. То есть вот почти все приложения Яндекса сделаны так, что ядро у них на C++ и используется во всех их платформах. В Андроиде, в iOS, там, не знаю, WinFone еще жив или нет, но если жив, то там тоже. PhoneGap Titanium – это кроссплатформенные, значит, подходы, которые позволяют вам писать на JavaScript. Сейчас на JavaScript вообще можно что угодно писать. Ну, вы знаете, наверное, да? Там даже сервер можно на JavaScript писать. Но это еще не значит, что это хорошо. Но это возможно. Но я так делать не буду, да, как говорится, в мемах. React Native. Я тут значок Facebook поставил. То есть это и плюс, и минус. Плюс то, что Facebook это сейчас одна из самых технологичных компаний. Только на одном приложении для iPhone Facebook работает 100 iOS разработчиков. 100. Только iOS разработчиков. И это, кстати, оно там может тормозить, вы можете жаловаться на него, но факт есть факт. 100 человек работает. Что они там делают, мы не знаем. Тем не менее, они там есть. Плюс в том, что такая технологичная компания разрабатывает всегда самое все новое, самое инновационное, самые лучшие подходы. У них есть ресурсы, чтобы это сделать. У них есть 100 разработчиков, самых лучших умов в мире, для того, чтобы это реализовать. В чем минус? Тоже в Фейсбуке.
То есть они реализовали, их перло, они сделали React Native, все круто работает, они его презентовали, а потом им это надоело внезапно. Или к ним пришел Team Lead и сказал, мы пилим новое приложение, нас обгоняет там какой-нибудь Apple iMessage, нам нужен срочно свой мессенджер. Они все начинают пилить мессенджер, забывают о React Native, и вы у разбитого корыта. Выходит iOS 11, кстати, выходит она через месяц или два, вот в июне будет WWDC. И вы сидите, ничего не можете сделать. У вас React Native замечательно все работает на iOS 10, а iOS 11 нет. Сами вы там, естественно, ничего поменять не сможете, потому что вы не 100 разработчиков из Силиконовой долины, при всем уважении к вам. Но, тем не менее, чем React Native хорош? Это называется Learn Once, Use Everywhere. То есть это не кроссплатформенное решение, это называется, вы выучили React Native однажды и пишете на React Native и под Android, и под iOS, и под... Кто жив, кто не знаю, поняли, да? Винфон. Так, Xamarin. Вот это все опустим. Marmalade SDK, Visual Studio, там все вот эти вещи, опять же, можете погуглить. Это все в основном game development касается. Ну и самое последнее, с чего начиналось iPhone OS 1, тем оно сейчас и закончилось. То есть до сих пор можно на HTML5, CSS и JavaScript писать все, что угодно, но, к сожалению, запускать придется это в браузере. Какая альтернатива? Выносить иконку браузера на рабочий стол. У кого есть iPhone, они знают, как это делать. То есть заходите на какой-то сайт, выбираете там шарить и нажимаете там отправить на рабочий стол. И у вас внезапно появляется такая красивая иконка, как будто бы приложение. По факту, по нажатию на эту иконку у вас будет запускаться браузер, а в нем вот это приложение. Objective-C, кратко. Objective-C – это язык, который был написан в далеком 1980 году. Но по меркам языка это недалекий год, потому что C там гораздо раньше был написан. Вот. Значит, small talk, я думаю, многие из вас не знают, не узнают и не захотят узнать, что это такое. Но тем не менее, был такой язык программирования, он был инновационен своим способом месседжинга, то есть отправки сообщений. Сейчас в Java, например, в .NET, ну как он там, C-Sharp, наверное, правильно сказать, вы когда пишете какой-то класс, нажимаете точку, да, у вас появляется какой-то список методов. Вот эти методы называются так методами. Мы все привыкли к этому. Но раньше, в далеком 80-м году, были функции. То есть то, что вы в C когда-нибудь проходили или в Pascal функции, да? И в Smalltalk появились месседжи. Месседжи, по сути, это то же самое, что сейчас у нас вот эти методы. Но у них синтаксис как будто отправки сообщения. Это сложно объяснить, это надо увидеть. Но когда вы увидите, у вас глаза на лоб вылезут. То есть если человек впервые никогда не знаком с Objective-C, открывает файл, написанный на Objective-C, он выключает компьютер, бежит, выпивает литр воды, возвращается и только тогда начинает вникать, что там происходит. Потому что очень все очень страшно, очень непонятно. Но если вы откроете Haskell, BrainFuck и что-нибудь такое, вы вообще можете не встать из-за компьютера. Значит, Objective-C, что важно понимать, это... прослойка над C. Что это значит? Что если вы на C что-то написали, вот что угодно, вообще абсолютно что угодно написанное на C, всегда работает один в один на Objective-C. То есть вот прям берете C-шный файл, вставляете его в проект на Objective-C, и он будет работать просто без всяких исправлений. Значит, все non-object-oriented. Надеюсь, вы знаете, что такое object-oriented. Объектно-ориентированное программирование. Знаете, что такое? Какие три постулата объектно-ориентированных программирования? Кто знает? Так, правильно. А еще четвертое какое? Еще абстракция. Да. Так вот, он как бы все, что не объектно-ориентированное, да, то есть не наследование, не полиморфизм, все идет из C, потому что C это не OOP язык. А все, что object-oriented, идет из Smalltalk. Вот так все просто. Ну, в смысле синтаксис идет. Он использовался как основной язык до 2014 года, но он не умер. Он до сих пор жив и на нем пишут до сих пор. То есть у меня в проекте очень многое написано на Objective-C, в нем ничего плохого нет, замечательный язык, все работает, все исправно и замечательно. Но вот, собственно, такой light кусок кода, это вот IDE, то, что мы проходили с вами до этого, называемый Xcode. Это, наверное, версия где-то шестая, двухлетней давности, с элементами скеоморфизма легкого.
Значит, это вот такое простейшее какое-то приложение, да, там какие-то, просто чтобы вы видели, что вот эти скобочки, да, вот, это и есть отправка сообщения, то, что я вам раньше говорил, то есть не точка вызов метода, а именно отправка сообщения, куча квадратных скобочек. Если видите много квадратных скобочек, это Objective-C. Просто так вот ориентироваться. Ну и видите, вот эта C-шная вся тема, она веет. Вот эти импорты, H-файл, M-файл, то есть вместо CPP-файла, как C++, у нас M. Это значит implementation. Но у него еще есть H-файл, где у нас интерфейс лежит. Итак, Swift. В 2014 году появился Swift. Самый молодой язык программирования, кстати. Не, ну может какие-то есть там сейчас какие-нибудь совсем там, которые никто не знает, но из языков, которые используются вообще в мире, это самый молодой язык. А так как он самый молодой, он самый продвинутый. Тоже плюсы и минусы у этого свои есть. Вот эти все умные слова вы скорее всего, не поймете. Можете просто почитать, и как бы мультипарадигма, ну, что нам важно понимать, что он представлен в 2014 году, и что уже сейчас, в данную минуту, уже есть третья версия. И кто-то с Python работал? Вот вы в курсе, что Python 3 существует уже, ну, лет, наверное, 10, да, существует, но он до сих пор не используется особо, то есть, большинство проектов написано на Swift, там, ой, на Python, там 2. Какой-то там. То же самое в Java. То есть Java там появляется, там, не знаю, какая сейчас, 9, 8. Вот. Но большинство проектов чуть ли не на 6, таких вот прям энтерпрайзных. Ну, на 7 кое-какие есть, на 8 уже редкость. Вот Swift 3, вот он выходит, и вот сейчас все на Swift 3. То есть надо понимать, что он не только современно, как бы появившийся. Он еще современно растущий, быстро меняющийся и быстро адаптируемый. Но ценой крови нас, разработчиков. То есть порой мы тратим месяца на то, чтобы после очередного WWDC привести наш код к актуальному состоянию. Тем не менее, что нам еще интересно знать? Swift 2 стал open source. Кто знает, что такое open source? Что это значит? Да, open source это значит, что по факту Swift принадлежит Apple, потому что они его написали, они его разработали. Но любой человек может его бесплатно скачивать, бесплатно менять, если это будет одобрено open source community. То есть вы можете проснуться утром и решить, что такого-то вот, не знаю, оператора в Swift нет, и мне его очень не хватает. Вместо того, чтобы писать какие-то гневные письма в Microsoft, вы просто идете в GitHub. Кто знает, что такое GitHub? Одни и те же люди знают все. Вот. Мне специфичные вопросы. Значит, вы идете в GitHub, открываете страницу Swift и пишете сами код. Реализуете этот оператор, предлагаете это изменение. Если комьюнити его одобривает, то в следующей версии Swift, там, Swift 4, появляется ваш оператор, вы его используете. Вот что такое open source. Собственно, open source это двигатель прогресса на данный момент. Потому что, казалось бы, странно, люди бесплатно, по сути, работают, но вот удивительно, но факт. Даешь людям возможность, они просто кучей прибегают со всех стран мира, люди, у которых просто горит желание что-то сделать, и бесплатно начинают это делать. Это очень мощный двигатель прогресса, то есть это не просто какие-то люди, которым нечего делать, это очень хорошие инженеры, которые способны писать хороший, качественный код. Так вот, к чему пришло open-source-ность его, да? К тому, что уже сейчас Swift доступен на iOS, на macOS, на watchOS, на tvOS, это понятно, да, мы вначале рассмотрели. Но еще и на Linux, на FreeBSD, на Raspberry Pi, кто-нибудь знает, что это такое. Android и даже Windows. То есть даже на Windows и Android можно писать на Swift. Что это нам дает? Это нам дает, вот это Dynamic Dispatch, я даже не буду сейчас рассматривать, это очень сложно будет. Значит, во-первых, Objective-C Runtime. Трудно будет объяснить вам, что такое рантайм, но суть в том, что запуская приложение на Swift, вы в одно и то же время, во время исполнения, то есть рантайм это время исполнения программы, в этом приложении может сочетаться код C, Objective-C, C++ и Swift в одно и то же время. То есть какие-то куски написаны на одном коде, какие-то на другом, и все это вместе работает в одном едином бинарном файле при запуске в одном едином рантайме, на одном единственном девайсе. То есть не нужно никуда это там отправлять, какие-то там серверы, например. Про протокол Oriented Programming очень рекомендую вам почитать. То есть вот мы сейчас сказали, что ООП, некоторые знают, что это такое. Это хорошо. Так вот, есть такой подход, который, кстати, Apple-то со Swift-ом и придумал.
Называется он Protocol-Oriented Programming. Трудно сейчас объяснить, что такое протокол, но суть в том, что во всех тех четырех вещах, которые мы рассмотрели, я их повторю, потому что они сказали тихо, абстракция, инкапсуляция, inheritance, то есть наследование, и полиморфизм. Так вот, inheritance, наследование, заменяется чем же он заменяется? Композицией, композитинг. Вот. Значит, Swift у нас open source, номер один на GitHub. Вот. Ну, кто-то знает, что такое GitHub, так вот, из всех open source проектов на данный момент Swift находится на первом месте. И, естественно, это очень сильно двигает и язык, и вообще всю инфраструктуру вокруг него. Вот этот вот значок, это разработка IBM, компания IBM, надеюсь, вы знаете, что такое IBM. Вот. Ну, тем более, если вы с информационной безопасности, вы должны тесно понимать, что такое IBM. IBM разрабатывает Kitura фреймворк, который позволяет сейчас, уже на данный момент, Swift запускать на клиенте и на сервере одновременно. Ну, то есть, по сути, у вас приложение, как вот на JavaScript, может быть и серверным, и клиентским одновременно. Итак, чуть-чуть кода. То есть, мы уже видели код на Objective-C. Я думаю, что когда у людей возникает слово Swift и иконка, они начинают думать вот об этом. То есть, как вот сейчас крафтовая, да, там вот это все. Вот это emoji, emoji называется. Вот кто-нибудь понимает, что это приложение делает? Справа вывод. Вот посмотрите, что было в начале и что оно выводит. И вот эту иконочку обратите внимание. Да, это, короче, приложение, которое показывает суть нового ковчега. То есть у нас есть животные, твари, массив тварей. Мы создаем ковчег. И для каждой твари на земном шаре мы делаем пару. То есть находим пару твари. И получается каждой твари по паре. Вот это, собственно, это приложение вот прямо запущено в Xcode и сразу вывод. А это абсолютно рабочее приложение. Следующий принцип. Кто знает, что такое функциональное программирование? А чем оно отличается от объектно-ориентированного? Ну вот давайте рассмотрим принципы функционального программирования, опять же, на Swift. У нас есть три основных таких вот функции. Map, filter и reduce. Вот у нас есть корова, там как бы сырье. Мы к каждому, это массив, да, вот это все четыре элемента, это массив. Мы к каждому элементу массива применяем функцию cook и получаем гамбургер, ну то есть мы как бы приготовили, получаем массив готовой еды. То есть вместо того, чтобы перебирать в цикле и делать с каждым что-то, мы сразу одной функцией делаем map. Мапим одну на другую. Фильтр. Мы сразу как бы делаем фильтр, тоже, вот cook и is vegetarian это функции. То есть это не просто какая-то переменная, там есть некая реализация, которая понимает, вегетарианская это еда или нет. И вот мы видим, что у нас vegetarian, картошка и попкорн. Сомнительно, кстати, потому что там масло, наверное, есть. И здесь мы делаем reduce. Вот reduce очень сложно объяснить. Суть в том, что мы начинаем вот с этого элемента. Потом мы по одному применяем к нему элемент и функцию. То есть вот к этому человеку мы передаем функцию eat, кушать. И в качестве параметра функции передаем первый элемент, потом второй элемент, потом третий элемент. То есть у нас человек все это слопал и стал счастливым. То есть это вывод нашей программы. Более того, что еще интересно, в Swift даже функции могут быть emoji. То есть emoji это смайлик. Вот я здесь привел пример, что вот эта вот функция cook может быть вот так выглядеть. То есть как бы на огне готовим, да? Там, не знаю, на гриле. А это у нас ребенок, то есть фильтруем по функции ребенок. Ребенок у нас выбирает из всего вот этого многообразия только вот такие продукты, исключительно. Вот. Вот это очень интересный пример, потому что очень жизненный. Flat map. Очень трудно объяснить, что это такое людям, не знакомым с функциональным программированием. Представим, что у нас есть массив, где есть семья, у них есть кольцо, у них есть деньги, у них есть, там, не знаю, родственники, мешок долларов и дом с красивыми деревьями. Мы делаем map, мы уже знаем, что такое map, да, и передаем функцию lawyer. Lawyer по-английски это адвокаты. То есть мы идем к американским адвокатам, там у них большие эти вот есть концерны, корпорации, небоскребы, где сидят адвокаты. И мы знаем, что эта функция, она может нам вернуть либо что-то, либо ничего не вернуть. Вот.
Поэтому в первом случае они пошли к адвокатам, получили развод. Вот. Кольцо, естественно, ну, адвокаты обратно не отдают. Деньги они тоже обратно не отдают. Тут понятно, да, я думаю, не стоит описывать, что делает эта функция. Вот. Ну, это как бы мешок долларов пришлось отдать адвокатам целиком. Ну и дом у нас стал похож на фильм ужасов. И что делает FlatMap? FlatMap делает все то же самое, но исключает из выдачи неопределенные объекты, которые стали либо nil, либо sum, это значит, что либо то, либо не то. Мы получаем сразу на выходе готовый набор, то есть divorce, развод, не будем говорить, что это, и плохой дом. Вот. Но на самом деле все не так прозаично, это все, конечно, шутки. Просто Swift чем интересен? То, что в нем смайлы и эмоджи – это полноценные части языка. Естественно, в программировании их никто не использует. Ну, кому в голову это придет? Ну, максимум в комментариях. То есть, если вы комментарий к коду пишете. Поэтому как бы программа на Swift выглядит как-то вот так. Неважно, не можете не думать, что тут где, структура. Let – это константа, func – это функция, ну, метод в данном случае. Вот. Это вещь, которая называется Swift Playground. Чем она хороша? Я вам рекомендую запомнить это слово, потому что если вдруг вы заинтересуетесь всей этой темой, что делает Swift Playground? Оно позволяет людям, которые не знакомы с программированием, изучать программирование в режиме реального времени. То есть вот это так называемый Newton Cradle. Это маятник Ньютона, который мог бы быть вечным двигателем, если бы не было силы трения. И вот тут статический кадр, но на самом деле во время работы приложения они действительно вот как бы анимированно мотыляются. Вот. Вы можете менять здесь какие-то вещи, то есть вот это идет комментарий, а это уже программа сама. И вы, как программист, можете вносить какие-то правки, коррективы, там дальше еще ниже код есть. И это будет сразу видно справа. То есть здесь вот в принципе то же самое. Вот здесь вы, допустим, добавляете вот в начале какого-нибудь там кота, и у вас моментально вот здесь котик появится, и вот здесь вот пара котов. То есть это автоматический вывод, вам не нужно компилировать, вам не нужно запускать приложение. Вы пишете код и сразу видите сбоку его результаты. Например, вы создаете новую переменную, string, и присваиваете ей свое имя. И вы сразу видите значение этой переменной. В следующей строке вы меняете ее значение, вы сразу видите, на что она поменялась. Вот как бы вы видите, мы создаем здесь какой-то массив, корабль, и сразу видим, что в нем 0 элементов. Очень удобно делать всякие курсовые, то есть какие-нибудь, знаете, вот там, задачи, лабораторные работы, все очень удобно, наглядно, и я очень рекомендую вам эту штучку посмотреть. И вторая альтернатива, если у вас нету Mac, но у вас есть iPad, вы можете скачать приложение Playgrounds и прямо вот интерактивно учить писать код прямо в iPad, разрабатывать какую-то игру, то есть вы здесь пишете код, здесь вы сразу видите результат. Например, у вас тут задание провести вот этого вот чудика по вот этой вот системе. Вы видите, да, что ему нужно тут вот съесть что-то, потом подпрыгнуть, потом завернуть направо. Вы прямо команды пишете ему и там цикл делаете какой-то, да. То есть такое простое изучение программирования, шаг за шагом. Вот. Так вот, в чем же у нас отличия основные? Мультитач я уже рассказывал. Есть камера. То есть на десктопе камера бывает, а бывает ее и нет. На телефоне она есть всегда. Есть микрофон, это очень важно. То есть вы можете всегда сделать игру, которая, например, имитирует чей-то голос или записывает ваш голос и выдает вам какой-нибудь, например, обработанный вариант. Location subsystems, то есть всегда на телефоне есть либо GPS, либо GLONASS, либо и то, и другое сразу. Понятно, да, вот там Uber, вот эти все вещи, они тесно используют вот это вот. То есть вы сразу заказываете машину, вы сразу видите, где соседняя машина, вы видите, как она к вам едет, и вы сразу наглядно видите, что она к вам приехала. Есть магнитометр и компас. То есть это не тот же самый компас, который физический, с магнитным этим. Но электронный магнит там есть в телефоне. G-сенсор, я уже объяснял, это как раз таки гироскоп. И Bluetooth. Ну, Bluetooth понятно, там вот какая-то гарнитура. Вот видите, у меня здесь провод, как бы, от чего Apple избавляется активно. Могло бы не быть провода, было бы хорошо. Значит, варианты соединений. GPRS. Надеюсь, знаете, что это. Edge. Можете не знать, но это плохо. 3G и 4G – это хорошо. То есть, когда у вас 3G и 4G, это уже как минимум у вас соединение достаточно быстро пингуется. То есть, ну, может, замечали, данные приходят гораздо быстрее, как бы телефон работает шустрее. Вот. Ну и самое хорошо – это Wi-Fi.
То есть понятно, да, что вот эти вещи на компьютере в принципе отсутствуют, если у вас какого-то свистка там не вставлено, если вы на даче там пользуетесь. Но на телефоне они есть, и это надо понимать. Когда вы пишете приложение для браузера, для десктопа, вы понимаете, что человек сидит как бы либо в кафешке, либо он сидит у себя дома, у него есть Wi-Fi, у него есть провод. Если вы пишете мобильное приложение, вы не можете знать, где человек. Может, он в лифте едет. Может быть, он на Машмете там маршрутку ждет. А ему нужно срочно SOS позвонить, да, или что-то еще. И вы должны понимать, что соединение у него может быть плохим. Да. И, во-первых, все эти соединения, кроме Wi-Fi, они так называемые lost prone. То есть, если телефон в течение неопределенного количества секунд не делает запросов, он переходит в режим ожидания. И в следующий раз, когда вы захотите, например, обновить данные, то вам придется возобновлять соединение с оператором. А Wi-Fi всегда поддерживается, то есть вы всегда знаете, в сети вы или нет. И самое главное, что в России очень справедливо, это все очень дорого. То есть если вы хотите качать видеоматериал или смотреть YouTube, то вы должны каким-то образом данные сжимать, чтобы пользователь не потратил за просмотром одного ролика все свои месячные деньги, выделенные на интернет, на мобильный интернет. Приложение у нас всегда фуллскрин. Но это не совсем сейчас справедливо с переходом iPad, но тем не менее в 90% случаев вы должны думать, что ваше приложение запущено в полный экран. Элементы всегда должны быть чуть больше, чтобы вы могли пальцами их касаться. Понятно, да? Если вы сделаете кнопочку размером 2 на 2 пикселя, по ней попасть будет нереально ничем. То есть палец это в среднем 44 на 44 пикселя. Поэтому все элементы интерфейса достаточно крупные должны быть. Вы всегда можете посмотреть в современном мобильном устройстве и взять, например, старый навигатор какой-нибудь, вот такой прям старый-старый навигатор, который для стилуса. И вы увидите там такие маленькие крестики, какая-то вот эта полосочка, за которую нужно ползунок таскать. В мобильном устройстве, например, под Apple, весь экран является ползунком. То есть где бы вы ни коснулись пальцем, вы всегда можете скроллить контент. Потому что очень трудно пальцем попасть на маленький элемент интерфейса. Темные цвета. Почему, кстати, Android черный всегда практически? Потому что черные цвета очень хорошо переносятся батарейкой. Чем меньше мы светим, то есть вот смотрите, проектор, вот здесь вот он светит, а здесь как бы он вообще не светит. Вот на самом деле, если бы здесь был бы какой-нибудь белый текст, он бы тоже виден был. Но так как он знает, что здесь ничего нет, он вообще не дает черного света, он просто не светит сюда. Так вот, у экрана похожие как бы, характеристики, особенно у AMOLED-дисплеев. AMOLED-дисплеи черный свет вообще не истощают, они его поглощают. Как бы. К тому же у нас есть разные resolutions, про это я чуть-чуть сегодня рассказывал. iPhone 7 Plus, 6 Plus, такой большой лопата, это X3. Значит, assets это у нас как бы идут всякие иконки, картинки, все мы должны помнить, что должно у нас в разных разрешениях быть. Эргономика очень важна. Вот у вас телефон, одна рука, у вас нету клавиатуры, мышки, вы можете там, например, одной рукой забивать гвоздь, другой там набирать сообщение жене, что готово будет через час, чтобы она начала там пельмени варить. Важно помнить об этом, что человек может пользоваться телефоном одной рукой. Значит, у нас очень мало батарейки. Что жрет батарейку? Экран и нетворкинг. То есть, когда вы начинаете какую-то информацию запрашивать у сервера, это очень сильно потребляет батарею. Вы должны об этом помнить. Геолокация. Смотрите, вам нужно погоду узнать. Чтобы узнать, что вы в Воронеже, нужна точность, ну, километров 10. То есть, если вы на 10 километров в радиусе Воронежа, это уже хорошо. Это моментально происходит. Кстати, для того, чтобы узнать, что вы в Воронеже, даже не обязательно активировать geolocation, достаточно просто через вышки сотовых операторов или вышки Wi-Fi спозиционировать. А вот если вы хотите в лесу найти дорогу домой, вам уже нужна точность до шага, то есть где повернуть, как идти, где будет яма, чтобы, не дай бог, провалиться. Здесь важна как раз-таки точность. Поэтому вы всегда, как разработчик, должны знать, какая точность важна для вашего приложения. Ограниченное место на телефоне, ну это понятно, да, то есть у нас там нету гигабайтных HDD и терабайтных жестких дисков. Мультитаскинг я рассказывал. Контент не весь поддерживается. Ну, понятное дело, что вордовский документ на iPhone не так-то просто открыть. В то время как на десктопе, казалось бы, это обыденная операция. И весь UI должен быть очень плавным, таким красивым, анимированным, ну, чтобы люди хотели пользоваться вашим приложением.
Потому что вот вы когда открываете сайт или какое-то там старое приложение, там совсем старое, да, вы нажимаете, и раз, сразу у вас результат на экране. Или там что-то считается, 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 потом раз, и вам выдается ответ 100. А если вы, например, через мобильный телефон заказываете билеты, то там рисуется, как красиво вы летите в отпуск. Какая-то пальма, или там Сбербанк онлайн, может, у кого-то есть, вот включайте Сбербанк онлайн, и там «Здравствуйте, там, уважаемая Марина Петровна, сегодня хороший вечерний там день». Вот это все дает некий инпут для пользователя, чтобы приятно было вашим приложением пользоваться. Это преимущество среди конкурентов. Так, это все security для вас будет очень сложно, я это опущу, потому что там терминология. А, ну, кстати, вы же это, кафедра информационной безопасности. Да, значит, надо на security все-таки, вот, real world security, так называемый. Значит, что у нас в реальном мире с телефоном и security? Сандбоксинг. Кто знает, что такое сандбоксинг? А что это значит, песочница? Вот, кафедра информационной безопасности, три человека знают, что такое сандбоксинг. Сандбоксинг – это когда у вас изолированная среда, изолированная среда исполнения внутри операционной системы. То есть, если ваше приложение хочет что-то поменять в системе, оно не может этого сделать, потому что у него нет на это доступа. Вы, как разработчик, никогда не можете поменять, например, бэкграунд на айфоне, ну, бэкграунд это, хоумскрина. Вы не можете удалить контакт такой-то, если вам пользователь не дал на это права, потому что у вас, как у разработчика, прав нет. Вы работаете только в сандбоксинге. Все, что вы в него засунули, вы можете менять. Все, что вне, это вне вашей компетенции. Но если вы сделали jailbreak, так называемый, jailbreak по-английски это побег из тюрьмы. То есть вы взломали свой телефон, вы можете ставить какие-то там взломанные приложения, но вы будьте готовы к тому, что все ваши карточки кредитные, пароли от ваших там, не знаю, этих интернет-приложений, ой, это, интернет-банков могут быть украдены. Вы должны об этом помнить. IPC Limited URL Schemas, то есть IPC – это межпроцессное взаимодействие. Оно ограничено, то есть вы можете с другими приложениями общаться только с помощью так называемой URL схемы или с помощью App Extensions. Чем это грозит? Вы, как Яндекс, делаете Яндекс.Навигатор и Яндекс.Карты. Если вы и там используете Яндекс.Карты, то внутри такой вот изолированной системы вы должны и для того приложения карты скачать, и для этого приложения карты скачать. Использовать какие-то одни карты из двух приложений вы не можете. Поэтому с точки зрения разработки выгодно и навигатор, и карты делать в рамках одного приложения, а не в рамках двух. Просто помните об этом, что если у вас на телефоне стоит два приложения, которые показывают одни и те же карты, и она весит 300 мегабайт, с большой долей вероятности вы два раза одно и то же загрузили. Ну, такие ограничения. Значит, все данные, пароли, логины, то есть все, что пользователь в вашем приложении ввел, например, свой рост, вы должны шифровать и хранить в keychain. Можете погуглить, что такое keychain. Оно в каждом Mac и в каждом телефоне, в iPhone есть. То есть это определенная изолированная среда, где хранятся различные зашифрованные encrypted данные. Все соединения в вашем приложении должны быть HTTPS. Я здесь звездочку поставил, потому что раньше они предпочтительные были, с iOS 10 они обязательные. Причем обязательно с валидацией сертификатов, постоянной валидацией сертификатов и их актуальности на сервере. Если вы, как студенты кафедры информационной безопасности, не знаете, что такое S в слове HTTPS, то я очень рекомендую вам сегодня прийти домой и набрать это в Википедии и почитать. Потому что очень стыдно, когда люди приходят на собеседование и не знают таких вот базовых вещей. Значит, дата на диске должна быть обязательно зашифрована, если она имеет какую-то ценность. Ну, group policies – это если вы, например, ваши телефоны распространяете в такой важный и такой, как сказать, ну, например, в ней связь, да, в ней связь вдруг решили купить всем айфоны. Ну вот чудо произошло, всем работникам купим айфон. Они обязаны, как организация, которая отчитывается по секьюрности, они обязаны сделать групповые политики безопасности и распространять их на все iOS-устройства, которые не выдают сотрудникам. То есть, как бы, пример с ней связи немножко утрированный, но на самом деле какая-то компания, ну, Сбербанк тот же,
может выдавать эти устройства своим пользователям. И пользователь волен делать с ним все, что угодно. Например, jailbreak поставить, да? Вот чтобы этого не произошло, должна быть групповая политика безопасности, которая распространяется на все устройства компании. И если вдруг выходит какой-то критический апдейт, который фиксит какую-то уязвимость, он попадает на все устройства одновременно. Так, это все сейчас неинтересно. Так, Human Interface Guidelines, то, что я вам обещал рассказать. Значит, Human Interface Guidelines – это та вещь, которая отделяет приложение от непонятной ерунды. То есть, если вы открываете iPhone или если вы открываете старый Java Mi смартфон, то вы можете не понимать, что там происходит на экране. Когда вы открываете iPhone, вы знаете, да, что с ним в комплекте не идет даже инструкции. Это все следствие вот этого Human Interface Guidelines. То есть каждый элемент интерфейса, каждый шаг пользователя продуман настолько юзабилити экспертами, что 99% людей это покрывает на всем земном шаре. То есть если человек, увидев какую-то штуку, думает так или иначе, юзабилити эксперт это предсказывает и показывает это в том виде, в котором думает человек. То есть вы всегда понимаете, да, что вот если вы пальцем вверх двигаете, контент должен двигаться тоже вверх. А скроллинг по факту происходит вниз. То есть если вы когда-нибудь поймаете себя на мысли, когда вы колесико крутите, то вы крутите колесико вниз, и контент скроллится вниз. А пальцем вы ведете вниз, а контент идет вверх. То есть, ну, можете подумать на этом, над этим дома, на досуге, и понять, в чем разница между подходом, который позволяет думать человеку и делать так же, как он думает, и тем, что мы до этого использовали в наших интерфейсах ввода. Вот этот документ, это документ, это вот веб-страничка. Он описывает все с огромным, доскональным, значит, подробным способом. Описано вообще все. То есть человек, каждый уважающий себя разработчик или дизайнер, он обязан эти вещи читать. Он обязан понимать, почему сделано вот так, а не иначе. Почему здесь сделан так называемый этот, как бы, тумблер, этот переключатель. Да? То есть мы видим такую переключалку, мы знаем, что в данный момент может быть выбрано либо это, нельзя, чтобы одновременно было выбрано. Если одновременно будет выбрано, должна быть другая, как сказать, другой элемент интерфейса использоваться. Вот. Всякие поповеры, как показывать даты, то есть не нужно ничего придумывать своего, нужно делать так, как это уже придумано. Но с небольшими отклонениями, там цветовые гаммы, какие-то анимации можно свои делать. Что такое плохой user experience? Вот классическое приложение, к которому все привыкли, да, то есть очень много информации на экране, все понятно, все замечательно. Инструкция не нужна, вот такой вот мануал не нужен, то есть ты просто читаешь где-то час, понимаешь, ищешь какую-то вот эту галочку, вот. Почему всегда было так? Кто знает? Почему вот так вот, а не иначе? Никто? Ну, во-первых, да, во-первых, для профессиональных пользователей, но для профессионалов тоже приложения должны быть, в принципе, юзер-френдли, скажем так. Но они же профессионалы, это же тоже люди, им же тоже жить хочется и домой прийти пораньше. На самом деле так было всегда просто по простой причине. Элементы интерфейса не позволяли делать иначе. То есть вы всегда были ограничены. То есть вы могли делать либо так, либо сделать 10 тысяч экранов, и как между ними переходить, никому не было понятно. Вот. Вот в чем инновация таких операционных систем, как Apple. Они сделали переходы между экранами понятными. То есть, когда вы нажимаете на контакт, у вас такая анимация слайда, появляется этот контакт. Ну, раньше такого нельзя было сделать. Не было никаких анимаций, не было 60 FPS. Раньше вообще в терминалах люди команды вводили. То есть, с годами интерфейсы усложняются. Но вместе с тем, что усложняется сам интерфейс, его отзывчивость, наоборот, становится проще. То есть для пользователей интерфейсы становятся проще, а для разработчиков они становятся сложнее. Это надо понимать и помнить. Вот пример плохого UX. Классическое Android-приложение. Я скажу сразу, это не из-за того, что это Android. Просто вот мне такое попалось. Вот как вы видите, да, вот у нас тут есть какие-то столбики, очень маленькие ячейки. Вот тут плюс, вот что он увеличивает? Он увеличивает угол или он увеличивает скорость ветра? А что вот это уменьшает? Почему вот это желтым подсвечено? Вот что желтое, почему вот это желтое? То есть очень много вопросов возникает. Calculate, почему кнопка Calculate посередине экрана? Почему она не внизу экрана? Да? То есть почему мы сначала не заполняем все данные, а потом уже делаем действия? В защиту Android. Вот приложение на iOS. То есть это не от платформы зависит.
Та же ерунда. Вот зачем нам делать такие вот столбики? То есть, видите, где-то даже данные могут не влезть, если вдруг они там будут длиннее, чем положено. Что-то вот в этом понять, вы должны понимать, что вот это iPhone 4, у него экранчик был совсем маленький, тут ничего нельзя понять. Вот классический пример, опять же, Android планшета. Вот вы купили себе Android планшет, он большой, это замечательно. Вот у вас был раньше смартфон. Вот вы открываете это приложение, кстати, довольно известное, кстати, смотрите, вот это довольно старый скриншот, но AnTuTu Benchmark сейчас прямо очень так зашел, да, активно форсится, но это вот очень старый скриншот. Представляете, вы открываете вот это же приложение на планшете, и вот что вы видите? Вот что принципиально разного между вот этими двумя вариантами? Ничего. Разница в том, что вот эту часть экрана можно вырезать и выкинуть, и ничего не изменится. Как бы вот эта кнопка «Тест» — это квинтэссенция всего подхода к проектированию современному дизайну. Как бы нажать ее можно рукой, ногой, чем угодно. Но чем плохо, да, ну то есть она большая, это хорошо, можно нажать и там, но представьте, что вы держите телефон вот так вот, планшет, вот у вас здесь пустое пространство, здесь вот обратите внимание, видите, у вас палец может нажать вот сюда и может нажать вот сюда, а здесь вы что видите, у вас глаза вот здесь находятся, а остальная часть контента вот тут, то есть если не дай бог здесь какая-то тетрадка лежит, то вы уже вот этого ничего не увидите, у вас глаза будут бегать слева-вправо. Вот это пример неадаптированного приложения. А вот пример адаптированного приложения. Слева часть информации, справа другая часть информации. То есть у вас вот эта часть меняется, она динамическая, вот эта часть статическая. Вы всегда можете, допустим, увидеть, какой у вас пункт сейчас выбран. Здесь вы можете сделать навигацию. Более того, вот здесь вы можете тот же самый код использовать, что вы используете на айфоне. Потому что это как раз и есть растянутый интерфейс. Но здесь вы видите, вот эта часть, она не очень большая. Плюс ко всему, если вы этот планшет перевернете в портрет режим, это будет еще лучше. То есть вот эта часть сократится и как бы получится почти что ширина айфона. Что такое accessibility? Кто-нибудь может это перевести сходу, это слово? Вот. Accessibility – это очень важная вещь, о которой нельзя забывать как разработчик. Здесь вот подсказки есть. Дело в том, что мир состоит не только из идеальных людей. Есть люди, у которых плохое зрение, есть люди, у которых плохой слух, есть люди, у которых нарушена какая-то моторика. И как раз-таки эти люди чаще всего используют мобильные устройства. Но потому что у них нет возможности сидеть за компьютером. Например, у них лежачий образ жизни. И единственное, что они могут использовать, это планшет. И вот вы, как разработчик, должны, когда пишете приложение, думать, а как эти люди будут пользоваться вашим приложением? Предусматриваете ли вы в своих приложениях вот такие вещи? Например, вот если у человека нарушен слух, есть такая вещь, как voice-over. То есть вы можете всем элементам интерфейса давать какие-то простые метки. И Apple, когда будет активирован на самом девайсе accessibility режим, она, вот человек пальцем навигирует по экрану, да, вот вводит, и когда он доходит до кнопки, которую надо нажать, ему телефон говорит, что вы сейчас находитесь над такой-то кнопкой. И человек понимает, что если сейчас нажмет, у него, например, там выключится свет в комнате или что-то еще, да. Вот. Что такое хороший UI, UX? Я не буду подробно описывать, что здесь происходит, да, но мы уже видим, что здесь очень много информации, это планшет, я специально взял планшет, потому что на нем проще объяснять. У нас не растянута вот эта штука на весь экран, у нас поместилось здесь новости, у нас поместили, ну как бы это RSS-лента. Это вот как бы RSS-каналы, это новости в конкретном RSS-канале, но в данном случае у нас во всех, да, и какая-то конкретная новость. Вот что мне хотелось бы здесь сказать. При таком варианте интерфейса очевидно, что человек сейчас новость не читает. Значит, мы можем ее чуть-чуть сократить. Мы можем показать часть этой новости в угоду тому, что он видит всю ленту. Но когда он выберет, видите, вот здесь выбор сейчас где? То есть он еще ничего не выбрал. Это просто какая-то, может быть, то, что он предыдущую читал. Может быть, это новость, которая была, когда он последний раз закрывал приложение. Но если сейчас он выберет вот это, например, то вот этот бордер сместится анимированно влево, вот эта часть информации нам станет не нужна, потому что мы уже выбрали новость. Эта часть сместится влево, мы увидим, как бы, какая следующая новость, да, предыдущая. И наша новость станет гораздо шире и поместится вся на экране. Но мы уже отсюда можем какие-то вещи делать с новостью. То есть мы можем ее помечать как прочитанную, мы можем ее в фейворит добавлять.
То есть часть интерфейса у нас уже доступна. Вот эта динамичность интерфейса, она должна как бы разработчиками постоянно поддерживаться и быть продуманной. И вот еще пример. То, что вот мы сейчас работаем в нашем приложении, это не наше приложение, это просто я нашел пример в интернете, который очень хорошо показывает вообще процедуру шопинга современного. Вот представьте, что вы выбрали вот такую сумку. Не обращайте внимания на цену. Значит, вы выбрали вот эту сумку, и вам понравился цвет, и вы ее добавили в карту. Как обычно происходит? Мы просто меняем, да, вот у вас товар в корзине, и там на корзине появляется единичка. Вот если вы обратите внимание, там видно единичку. Что мы делаем и что сделано здесь? Мы показываем вот такой вот pop-up, так называемый model screen, вот, который позволяет нам сделать три основных вещи. Первое. Сразу купить эту сумку. То есть там может быть уже 10 элементов, которые мы давно забыли. Вот, например, в AliExpress так часто люди делают. Накидывают кучу товаров в корзину, а покупают потом один самый дешевый, к примеру. Ну вот вы решили, что вы прямо эту сумку хотите. Прямо сейчас. Вы нажимаете pay with, buy with Apple Pay. У вас появляется такой payment sheet, ну, может быть, кто-то видел когда-нибудь, как выглядит payment sheet Apple Pay, то есть там адрес доставки, ваш, там, ваши какие-то данные, и внизу такая одна большая кнопка, которая означает fingerprint. То есть вы прикладываете палец, и ваше приложение сразу покупает одним касанием эту сумку. И она уже идет к вам или к вашей там, подружке на адрес. Вот. Второе, что вы можете сделать сразу здесь? Вы можете перейти сразу в карту. Вдруг у вас там 10 элементов уже в карте, и вы хотите купить все 10 элементов. Вместо того, чтобы закрывать это, нажимать на карту, вы можете одним касанием перейти сразу в карту. И третье, что вы можете сделать, это продолжить шопинг. Либо нажать на эту кнопку, либо просто нажать на черную зону. Сейчас уже для всех понятно, что нажатие на черную зону чаще всего приводит к тому, что текущий как бы, интерфейс ввода пропадает. Для Higa есть подсказки прямо внутри интерфейс-билдера. То есть, когда вы делаете интерфейс во время разработки, у вас появляются вот такие гайдлайны, которые вам говорят, что если вы вот эту кнопку передвинете еще левее, то уже граница телефона будет мешать вам нормально на нее нажимать. Понятно, да? То есть, есть определенные гайдлайны, они появляются вот эти линии, которые показывают вам наиболее удачное расположение того или иного элемента интерфейса. Здесь я конкретно привел пример одного и того же приложения, как оно выглядело раньше, которое хотелось лизать, и как оно выглядит сейчас. То есть вот вы можете проследить динамику за последние 10 лет, а в данном случае за один год, но интерфейс не сильно менялся. То есть что у нас было и что у нас стало. Более того, вот эти иконки, скорее всего, в современном варианте тоже будут плоскими, то есть без вот этого вот глосс-эффекта. Значит, кратенько по further steps, то есть что вы можете как человек сделать, если вы только начинаете, запомните вот эти четыре буквы, 5 или 6, да, значит CS193P, компьютер, science 193, P не знаю что, professional может быть, компьютер science это название факультета, это Стэнфорд в Калифорнии. Чем хорош этот курс? Этот курс изначально был сделан Стэнфордским университетом в сотрудничестве с Apple. Инженер из Apple пришел в Стэнфорд как преподаватель и рассказывал в течение семестра студентам, как писать под платформу. Эти курсы абсолютно бесплатно доступны на такой штучке, которая называется iTunes U. Да, iTunes это не только красивые фотки там, или эти песни новые, там, фильмы платные, это еще University. То есть это полноценный бесплатный университет, где вы можете смотреть лекции от преподавателей. Да, они на английском. Вот. Я еще раз повторю, учите английский. Это обязательно. Без английского просто никуда. То есть как минимум читать и понимать вы его должны, чтобы развиваться. Так вот, эти лекции в свободном доступе доступны прямо сейчас. Я здесь вот привел ссылку, но вам надо запомнить только вот это. Вы можете набрать это в Гугле и найти. Значит, пререквизиты, то есть требования, какие вы должны иметь навыки, чтобы перейти сразу к изучению этого курса. Вы должны понимать объектно-ориентированное программирование. Ну, процентов 5 из вас уже понимают. Programming experience, то есть вы должны понимать, что такое вообще программирование, что такое computer science, что такое сделать два шага вперед, развернуться и сделать это в цикле. Да? Что может помочь вам в этом? Еще два курса, которые я рекомендую. Computer Science 106A – это программинг методологии. По-моему, на кафедре системы информационной безопасности что-то было подобное, но это не то. То есть
Методологии программирования – это, собственно, не просто написание программ, это именно методологии, это теория, это понимание того, что компьютер делает за вас, что вы можете автоматизировать. Чем хорош этот курс? Вот этот Михран Сахами – очень хороший преподаватель, несмотря на то, что он индус, но это не национальность, это, скажем так, он гениальный преподаватель, он рассказывает простые вещи, с очень хорошими шутками, то есть с юморком. О чем он рассказывает? Они там на кафедре Стэнфордского университета сделали робота, прям живого робота, такой большой робот, он ездит по какой-то там доске. И конфетки. То есть робот подъезжает, берет конфетку или две конфетки и привозит в какую-то точку. И студенты пишут программы для этого робота, решая определенные задачи. Например, собрать все конфеты и положить их в определенную кучу. Или, например, с помощью рекурсии переложить конфеты таким образом, чтобы вместо 5 конфет в этой куче, в соседней куче появилось 10 конфет. Вот такая задача, например, для студентов. И прям робот ездит и перекладывает. Они дома пишут лабораторные работы, а потом они могут запустить и посмотреть, как это все работает. Ну там на самом деле эмулятор есть, то есть вы все равно дома можете, там у вас будет по экрану там бегать такой красивый робот, что-то есть. Вот. Programming Abstractions. Здесь уже будет C++, а не Java. Чуть сложнее. Кстати, здесь будет не совсем Java, здесь будет самописный язык на основе Java. Здесь будет, значит, уже более сложная информация, комплекс data structures, там массивы, структуры данных, array, вектор, связанные списки, там деревья, бинарные деревья. Вот это все вы здесь можете узнать. Но там язык C++. Опять же, да, запоминаем, 106B. И вот это уже самый такой хардкор. Я это уже так, знаете, рекомендую как факультатив. Это не обязательно уже смотреть. Это если прям кто-то захочет совсем как бы постигнуть азы, можете посмотреть вот эту лекцию. Ой, извиняюсь, это не лекция, это целый курс, если кто-то не понял. То есть это, допустим, у вас вот есть курс введения в специальность, да? И у вас каждый там понедельник есть пара. Вот это то же самое. То есть на протяжении какого-то семестра там зачитываются лекции. Так вот, CS193P, базируясь на тех курсах, сразу с места в карьер начинает вас учить именно программированию под iOS. Ну, сами понимаете, Spring 2009 я тут привел просто для того, чтобы вы понимали, что вот этот парень, это как раз человек из Apple, создатель этого курса, с чего все начиналось. Я, собственно, вот на этом вырос в свое время, в 2009-2010 году. Сейчас, конечно, это уже все устаревшее, это можно так чисто порелаксировать, потом поностальгировать, посмотреть. А потому что вот эти два парня, ну они очень интересные, потому что это непосредственно инженеры из Apple. Но у вас есть альтернатива. У вас есть возможность, название все то же самое, CS193P. Просто каждый семестр Стэнфорд обновляет этот курс. И сейчас он уже доступен для Swift, читает его вот этот человек. Он не из Apple, но он преподаватель тоже гениальнейший. Он очень классно все объясняет, и у него очень понятный английский язык. То есть он так прям разжевывает, все так, все слова произносит понятно. То есть я считаю, что послушать такие лекции даже просто ради интереса, как вообще учатся в других странах. То есть что такое учиться на английском языке, действительно ли это так сложно. Вот просто хотя бы ради общего развития это можно посмотреть. Опять же, iTunes U – это приложение бесплатно доступно на iOS. Вы можете покупать все эти лекции, вы можете посмотреть по биологию, про развитие космонавтики, про все что угодно. Бесплатно, абсолютно доступно. Давно уже там лежит, и можно какие-то пометочки делать себе. Вот. Есть еще вот такая штука. Так, ну можно скачивать прям лекции себе на телефон и потом смотреть их в офлайне. Есть еще вот такая штука. Start Developing iOS Apps. Можете тоже вбить в Гугле. Это уже документация от Apple. Она вам шаг за шагом приведет к вашему первому приложению. То есть, если вы пройдете вот все эти шаги, вы буквально за один вечер напишите полноценное рабочее приложение, не вникая ни во что. Просто будете повторять все, читать. Ну, если у вас английский достаточно хороший, чтобы хотя бы прочитать. Intermediate. Intermediate у нас, к сожалению, в России обошел нас стороной. Вот видите, да, здесь города такие. Дело в том, что Apple со своими лекциями проводил так называемые tech-talk-туры. То есть ездила по разным городам, в основном крупным, и проводила там семинары. В Россию они ни разу не приезжали. Но мы что можем сделать? Мы никак на это повлиять не можем, но зато мы можем почерпнуть их опыт. То есть найти эти лекции в свободном доступе бесплатно.
и посмотреть, что же они там рассказывали. Там уже такая более такая интересная информация, уже когда вы как бы знаете, как писать приложение, вы там уже можете развиваться в каких-то отдельных отраслях. Advanced. Тут все очень просто, никакой сложности. WWDC, то есть то, о чем я говорил. Как бы, когда они собираются там, эти разработчики, это Worldwide, все, что им рассказывают, записывается на видео и выкладывается в свободном доступе на сайте Apple. developer.apple.com. То есть не тот Apple, на котором вы можете новый браслет для часов выбрать, а немножко другой сайт. Вот. Там все эти лекции есть. Вот просто представьте масштаб. Один год, 2010, например, 110 видео на разные темы. Каждое видео длится час. За этот час вам объясняют, например, конкретно одна лекция может быть посвящена тому, как правильно делать HTTPS-запрос. То есть как правильно, допустим, работать с секьюрностью вашего приложения, как правильно шифрование делать. То есть уже такие важные фрагменты. Никто, наверное, и я тоже не видел все эти видео. Каждый смотрит те видео, какие ему нужны по его непосредственно текущей работе или там деятельности. Вот. Некоторые смотрятся просто ради общего развития. Ну, например, просто интересная лекция. 2011 год. 108 видео. Суммируем туда, да? 2012 год. Я тут не про это не написал, но тоже где-то в районе 100. 2013 год, тоже в районе 100. 2014 год, то есть у нас уже там 500, да, 600. 2016 год, все вот это было представлено в 2016 году, что мы сегодня с вами проходили. И 2017 год, вот будет довольно скоро, в июне. Я вам говорю, если вы этим заинтересовались, вы можете просто это в прямом эфире увидеть со своего компьютера, эту трансляцию. Значит, вот эти все ссылки доступны. Я просто скажу, что самым главным источником информации для любого разработчика является документация. У Apple она вот такая, она шикарная. Она прописана, она без ошибок, там все есть. Второй – это Stack Overflow. То есть это опыт других коллег, которые столкнулись с теми же проблемами, что и вы, не нашли решение в документации, потом каким-то образом решили ее и выложили решение в интернете. Дальше блоги, Twitter, там всякие discussion форумы, ну, GitHub, там уже можно какие-то готовые приложения видеть. И куча всяких блогов. Этих блогов просто тысячи. Я бы порекомендовал вам обратить внимание на вот этом Swift Weekly. И, кстати, еще есть где-то тут еще был. Ну, в общем, рассылка для девелоперов. Просто вы подписываетесь на рассылку, и вам на почту каждую неделю приходит набор ресурсов по теме, которые за эту неделю где-то появились. Objective-C.io – это ежемесячный журнал, который по одной теме, например, по мультитрейдинг APIs, выходит там, допустим, какой-то выпуск, и вы в этом выпуске можете познакомиться с тем, как работать с многопоточными приложениями. Там очень подробно все рассмотрено. Ну, NS-хипстер, здесь хипстер немножко в другом смысле используется. Не в том, о котором вы подумали. Что я хотел сказать насчет всего этого? Здесь нет книг. Я не рекомендую книги. Почему я не рекомендую книги? Потому что если вы купите книгу в магазине, она всегда устаревшая. Если вы просто задумаетесь о том, как происходит написание книги. Сначала человек ее пишет, потом он отдает ее в редакцию. В редакции ее редактируют, исправляют ошибки. Потом ее печатают в типографии. И это только на английском языке. А чтобы выпустить ее на русском языке в России, ее нужно перевести, потом опять же отредактировать, опять же напечатать. То есть этот цикл очень длительный. К сожалению, технологии меняются гораздо быстрее, чем даже я или кто-то другой успевает статью прочитать, не то что книжку написать. Каждый год выходит новый iOS с новыми подходами, язык меняется раз в год, о чем уж говорить. Книжки – это хорошо, если они написаны о чем-то очень фундаментальным. Например, я тут уже говорил Golf Patterns или, например, какая-то книга по алгоритмам и структурам данных. Да? Вот там какие-то известные книги есть. Да. Вот. Но если вы хотите по каким-то технологиям, я не вижу смысла. То есть это просто деньги на ветер. Люди тоже хотят деньги зарабатывать, поэтому они пишут книги. Рассчитывая на то, что их кто-то купит. Но вам, как разработчику, это ничего не даст. Ну и, наконец, вопросы. Есть ли ко мне какие-то вопросы? В
том числе и как к бывшему студенту. Да, да, можно. А, значит, смотрите, user interface – это то, как выглядит ваш интерфейс, то есть это элементы. Проще всего объяснить на примере двух специалистов. Если вы захотели сделать, например, вот этот вот экран, помните, который с платежом был, где сумка была розовая за $98. Вот когда эта задача попадает к специалисту по user experience, он в общих чертах обрисовывает, что этот экран должен уметь и как должны быть расположены элементы. То есть он говорит о том, что мы обязательно должны иметь возможность сделать все три шага. Мы обязательно должны иметь кнопку вот такого размера, она должна быть такая обязательно, потому что она должна быть легко доступна одним пальцем. Обычно user experience оперирует варфреймами, но это зависит от того, насколько он хорош. У user experience специалиста обычно в инструментарии немножко другие приложения, да, то есть не Photoshop, а Sketch, например. Иногда user experience вариант уже практически один в один то, что будет на экране. То есть это не обязательно варфрейм, это не обязательно какой-то набросок. Иногда user experience проработан настолько, что мы видим просто один в один, как это будет выглядеть дальше. Что делает user interface специалист в дальнейшем? User interface – это классический дизайнер в том виде, в котором мы его знаем. Он прорисовывает интерфейс. То есть user interface дизайнер – это художник. Это человек, который умеет изобразить что-то с правильным, не знаю, текстовкой, то есть выбрать правильный шрифт, размер, расстояние между буквами, расстояние между линиями, понять, как это будет красиво выглядеть. То есть есть специалисты по работе с текстом, есть специалисты по иконкам, да, то есть отдельные люди, которые занимаются только отрисовкой иконок. Ну, то есть чем крупнее компания, тем сильнее идет градация на специализации людей. Естественно, если это какая-то доморощенная компания, в которой всего там 5 человек работает и один дизайнер, он делает все. Он и юзабилити experience там делает, и UI рисует. Вот. Но надо понимать, что, например, я, как разработчик, UI вряд ли могу нарисовать, потому что я не умею работать настолько хорошо с Photoshop, и я не умею рисовать, что самое главное. То есть, если я начну рукой что-то рисовать, это будет ужас. Но как юзабилити experience специалист, человек, который 7 лет работает с этими платформами и видел их с самого начала, и знает, почему те или иные модификации вносились в интерфейс, я могу дать совет, как сделать лучше. Я могу увидеть даже за usability experience специалистом какие-то недочеты, да, как человек с опытом. Я могу сказать, что вот это, скорее всего, не будет так удобно, потому-то. И начинается какой-то диалог. Поэтому UX, я думаю, что знать должен каждый уважающийся разработчик. Но если не брать только бэкэнд там разработчиков. Понятно? Еще вопросы? Нет вопросов? Тогда задание домашнее. Значит, к сожалению, я думал, что все-таки уровень будет чуть повыше, но тем не менее, я думаю, что вы можете это осилить. Если у вас есть Mac или хотя бы Hackintosh, это замечательно. Вы можете хотя бы пройти по шагам, перечисленным в этих ссылках, и сделать конечные приложения. То есть вы получите то, что вы сможете потрогать руками. Вот это, например, вторая ссылка, третья. Это игра такая простейшая, где появляется флаг страны. Не, вернее, появляется название страны и три флага. И вы должны выбрать, какой стране какой флаг соответствует. И там набирается результат. Когда вы ошибаетесь, вам всплывает месседж, что вы совершили, например, одну ошибку, 10 вариантов верных дали. Здесь просто вы можете увидеть все 40 уроков, таких простейших, они бесплатные. Я специально дал вот это read, вот этот сайт, он содержит платные книги, там бесплатные вещи, но вот эта конкретная вещь, она бесплатная. Это просто наиболее такой современный, как бы наиболее обновленный туториал, основанный на Swift 3, который по шагам расскажет вам, как что-то сделать без вашего участия. А дальше вы уже сможете это применять на практике, делать какие-то более серьезные вещи. То есть вот это второе задание, а всего их 40. То есть к 40-му заданию вы уже сможете какие-то анимации делать, ну, если вдруг кто-то заинтересуется. Но если у вас нет Mac, то вы хотя бы можете просто почитать, посмотреть, что такое Swift, как вообще все это выглядит, и просто ради интереса, ради общего развития все это
почитать на простом, понятном языке. Спасибо за ваше внимание.